Аминь. Аминь. Хочу поднять вам настроение. Хочу, чтобы вера подскочила. Мы представители победной гильдии Царства Божьего. Dievu valstības uzvaras dildes pārstāvji. Ja mēs здесь не шутим. Un mēs šeit nejokojam. Мы всерьёз. Mēs nopietni. Вот, тьма покроет землю. Tumsa pārklās zemi. И мрак народы. Un tumsība tautas. Умножится и зло и беззаконие. Vairosies gan nelikumības, gan ļaunums. А над тобою воссияет свет. Bet pār tevi spīdēs gaisma. Мы ждали годы. Mēs gaidījām gadus. Нас Бог призвал. Mūsu Dievs ir aicinājis. Мы здесь не посторонние. Mēs šeit neesam sveši. Тебя не звали. Tevi nesauca. Тебя сюда не приглашали. Tevi šeit neaicināja. Но ты пришёл. Bet tu atnāci. И все твердыни задрожали. Un visi cietokšņi sāk drebēt. Ты должен знать. Tev ir jāzina. Своё великое призвание. Savs lielais aicinājums. Ты голод Божий. Tu esi восстановитель вековых развалин. Tu esi tas, kas atjauno šīs, šos gruvešus. Дьявол созидает развалины. Сатанс viņš veido šos gruvešus. А Бог, bet Dievs восстановит эти развалины. Šos gruvešus atjaunos. Служители дьявола это те, кто разрушает. Velna kalpi tie ir tie, kas izārda. Семью, ģimeni, церковь, draudzi, здоровье, veselību, мораль, moral, государство, valsti. Но служители Божьи, bet Dieva kalpi, это те, tie ir tie, кого Бог называет восстановители. Tie ir tie, kurus Dievs sauc par atjaunotāji. Все латыши, которые здесь, это восстановители. Latvieši, kas ir šeit, tie ir atjaunotāji. Латвии развален латвийской семьи. Latvijas ģimeņu gruvešu atjaunotāji. Латвийской экономики. Latvijas ekonomikas atjaunotāji. Латвийского государства. Latvijas valsts. Бог реваншист. Dievs ir revanšists. Дьявол пришел, чтобы украсть, убить. Lai nozakt, nokaut, и все разрушить. Pazudināt. А Сын Божий, bet Dieva dēls, реваншист, viņš ir реваншист. Он пришел восстановить viņš atnāca atjaunot мое здоровье, manu veselību, мою судьбу, manu likteni, мое призвание, manu aicinājumu, мою церковь, manu draugu, мой город, manu pilsētu, и эту страну, un šo valsti. И вы думаете, у него не получится? Un jūs domājat, viņam neizdosies? Получится! Viņam izdosies. Тем более мы еще ему поможем. Mēs viņam vēl palīdzēsim. Amen! Amen! Иногда такая тема, как у пророка Ионы. Даже есть такая тема, как пророк Ионы. Когда Бог берет его и говорит, иди в Ниневию. Dievs ņem viņu un saka, ej uz Ninivi. А я при чем тут? Bet es, kāds man darīšu? Хочешь спасти Ниневию, вот иди сам. Gribi glābt Ninivi, ej pats. Господь говорит, ты че? Dievs saka, tu ko? Мне люди нужны. Man cilvēki vajadzīgi. Даже такие, как пророк Иона. Pat tādi, kā pravietis Иона. Такой странный мужик. Tāds jocīgs vīrs. Бог ему говорит, иди. Dievs saka viņam, ej. В Ниневию. Uz Ninivi. Он говорит, договорились. Sarunājam. Берет билет. Ņem biļeti. И плывет куда-то в Арсис. Un peld uz citu vietu. Это мы, Господи. Tie esam mēs, kungs. Мы понимаем Бога. Бог, ты без нас обойдешься. Mēs sakam, Dievs, tu bez mums tiks galā. Сколько латышей уехало из Латвии? Cik latviešu ir aizbraucis prom no Latvijas? Алло, дайте мне звук, пожалуйста. И сколько среди них верующих, Cik? Которые рождены свыше, которые крещены Духом? Алло. Пожалуйста. Вера от слышания, а слышание от хорошего микрофона. Амен. Микрофон. Да. Я. Лучше давай ты сама бери в этот. Здесь у меня хриплый голос, мне нужен хороший микрофон. Лабс микрофон, сведзикс. Так вот. Лук. Насколько мы зависим от Бога, настолько Бог зависит от нас. Я говорю, сколько латышей уехало из Латвии? И сколько среди них верующих? Которые разочаровались в великом Боге? И лично для себя сделали вывод. Ловить здесь нечего. Все пропало. Весь ir pazudis. Короче, туши свет. Ну, nodzēsiet gaisu. Когда последний пассажир улетит отсюда из аэропорта. Kad pēdējais pasažieris atgūs no aizlidošanas. Но мы здесь остались. Lidosas, bet mēs šeit paliksim. Не потому, что нам некуда лететь. Nevis tāpēc, ka mums nav kur lidot. Не потому, что нам денег не хватает на билет. Vai tāpēc, ka mums nav naudas. Мы здесь остались. Mēs šeit esam palikuši. Потому, что мы верим. Tāpēc, ka mēs ticam. Что наш Бог. Ka mūsu Dievs. Revanšists. Viņš ir revanšists.
И все, что было когда-либо на этой земле, я слышал о пробуждении братьев. Брали. Здесь такие 100 лет назад были движения. Gados atpakaļ, tā ir 90-ie что-то было. 90-ies gados, kas tā bija? У Бога есть большие амбиции. Dievam ir lielas ambīcijas. Будущее нашей страны. Mūsu zemes nākotne. Это не ЛГБТ. Tas nav, tā это nav ислам. Tas nav ислам. Будущее нашей страны. Mūsu nākotne. Это царство Божие. Tā ir Dieva valstība. Приходящее в силе. Kas nonāk Amen. Spēkā. И мы сегодня не хотим ехать в Фарсис. Мы останемся в Вентспилсе. Mēs paliksim Ventspilī. Будем верить, молиться и поклоняться до тех пор, Mēs ticēsim, пока эта земля не расцветет. Пилуксим, ка мэр ши земе усплос. Амен. Амен. Сегодня у меня тема летняя. Šoreiz man ir tāda vasarīga tēma. Поскольку на улице жара. Tāpēc, ka ārā ir silti. И kas? Лето. Un vasara. Тема моей проповеди. Mana тема. Лето Господне. Ir... Ir tā kunga. И когда будет зима, тогда будет зима Господня. Но поскольку сегодня лето, это так гармонирует. Зима рунасим, но тогда про лето. Лето Господне. Но тогда та кунга вассера, но на латвийском так там та кунга. И мне хотелось бы порассуждать немного вместе с вами о том, что Паспрест копа ар юмс. Время имеет власть. Ka laikam ir vara. Не только Бог имеет власть. Не только Девом ir vara. Не только дьявол имеет власть. Не только велнам ir vara. Не только верующие имеют власть. Не только ticīgajiem ir vara. Время. Laiks. Имеет власть. Laikam ir vara. И блажен человек. Un svētīgs ir cilvēks. Который распознал эту власть. Kas šo varu ir iepazinis. И подчинился. Un pakļāvies tai. Почему? Kāpēc? Потому что время диктует события. Jo laiks nosaka notikumus. Человек, который признал над собой власть времени, cilvēks, kurš atzinis laika varu pār sevi, окажется в эпицентре тех событий, которые диктует это время. Un viņš nonāks to notikumu epicentrā, kurus diktē šis laiks. Мы должны знать. Mums ir jāzina. Какие события? Kādi notikumi? Диктует это время. Kādus notikumus diktē šis laiks? Amen. Поверьте, что сам Бог подчинен власти времени. Ticiet, ka pats Dievs ir pakļauts laika varai. Великий Бог. Varenais Dievs. Подчинил себя. Pakļāvis sevi. Власти времени. Laika varai. И был вечер. Un bija vakars. И было утро. Un bija rīts. День один. Pirmā diena. Бог все творит во времени. Dievs visu dara Он laikā. Знает, что должно быть в первый день. Viņam jāzina, kas ir pirmajā что dienā. Что должно быть во второй день. Kam jābūt otrajā dienā. Что должно быть в шестой день. Kam jābūt sestajā dienā. И седьмой день. Un septītajā dienā. Он отделил и назвал его временем покоя. Un viņš nosauc to par miera laiku. И он восхищается. Un viņš jūsmo. Тем, что было во времени сделано. Kas bija šajā laikā radīts, izdarīts. Видите ли? Redziet. Прежде чем мы родились на этой земле, Pirms mēs piedzimām uz šīs zemes, у Бога есть сценарий жизни. Dievam ir dzīves scenārijs. И Бог запланировал. Un Dievs ir plānojis. События. Notikumus. Для каждого сезона. Katrai sezonai. Amen. Amen. Поэтому мы должны знать, Бог, что диктует, что ты хочешь видеть сегодня. Tāpēc mums jāzina, ko Dievs tu vēlēs redzēt šodien. Библия говорит: "Смотрите, чтобы кто не оказался опоздавшим". Bībele saka, skatieties, lai kāds nenokavē. Вы знаете, всему своё время. Visam ir savs laiks. Время воевать и время жить в мире. Laiks ir karot, laiks dzīvot mierā. Время разбрасывать камни. Laiks ir izmētāt akmenis. И время камни собирать. Un laiks savākt šos akmenis. Время ссориться. Laiks strīdēties. Время мириться. Laiks savākt. Время грешить. Laiks grēkot. И время вовремя покаяться. Un laiks laikā nožēlot šos grēkus. Всему своё время. Visam ir savs laiks. Почему написано: "Дорожите временем"? Kāpēc ir teikts vērtē, novērtē šo Потому laiku? Потому что если ты будешь этим временем разбрасываться. Ja tu ar šo laiku vienkārši viņu izšķērdēs. Откладывать на завтра. Atliksi uz rītdienu. То, что ты должен был сделать вчера. To, ko tev vajadzēja izdarīt vakar. Ты можешь крупно проиграть. Tu vari ļoti daudz zaudēt. Как кто-то из мудрых сказал. Kā kāds no gudrajiem teica. Некоторые люди первую половину своей жизни даже человека свою первую дзīves даļu живут так, чтобы сделать её несчастной вторую. Dzīvo tā, lai otru dzīves daļu padarītu nelaimīgu. Иногда смотришь на молодых людей.
Dažkārt skaties uz jauniem cilvēkiem. Tur kā vaļājot. Grišāt. Grēko. Tusujuca. Tusē. Образование не нужно. Языки не нужны. Valodas nav vajadzīgas. Profesija не нужна. Profesija nav vajadzīga. А с 30 лет. Bet no 30 gadiem. Начинают работать на лекарства. Sāk pelnīt priekš zālē. Потому что любое удовольствие стоит денег. Jo katra bauda maksā naudu. В Америке есть такая пословица. Amerikā ir tāds teiciens. Pay now, play later. Или play now, pay later. Что означает по... Tad maksā tagad un spēlē vēlāk, vai spēlē tagad un maksā vēlāk? По-русски это звучит играй сейчас, заплатишь потом. Или играй сейчас, заплатишь потом. Или сейчас заплати, поиграешь потом. И каждый выбирает. Un katrs izvēlās. Блажен человек. Svētīgs ir cilvēks. Который правильные вещи kurš pareizās lietas правильное время dara pareizajā laikā. На правильном месте. Pareizajā vietā. Ной Нос. Вовремя услышал Бога. Laicīgi sadzirdēja Dievu. Вовремя получил задание. Laicīgi saņēma šo uzdevumu. И он уложился в сроки. Un viņš iekļāvās laikos, termiņos. И потом, когда пришло время, un kad atnāca laiks, Бог сказал, время заходить. Viņš teica, Dievs teica, laiks iet. И время закрывать. Un laiks aizvērt. Блажен, кто слышит время. Svētīgs, kas saprot šo laiku. И подчиняется времени. Un pakļaujas laikam. Тот, кто слышит время. Tas, kurš dzird laiku. Он будет в эпицентре главных событий. Viņš būs galveno notikumu epicentrā. Который диктует это время. Kurus diktē šis laiks. Biblia, как было во времена Ноя. Biblia teica, kā bija Noa laikā. Ноя оказался в эпицентре. Ноа бия эпицентр. Самых главных событий. Пашу головну на эпицентр. Он был праведный. Ticiet, viņš bija taisnīgs. И если в Латвии есть праведники, un, ja Latvijā ir taisnie, они будут слышать, viņi dzirdēs, что Бог диктует, ko Dievs diktē, что делать, ko darīt, уезжать или оставаться, braukt prom vai palikt. Кому-то на самом деле нужно уехать. Kādam tiešām vajag aizbraukt. А кому-то на самом деле нужно остаться. Bet kādam tiešām vajag palikt. Потому что водимые Духом Божьим. Jo tie, kas Dievu gara vadīti ir, суть сыны Божьи. Ir Dieva dēli. У меня в Америке живут 6 сестёр. Man Amerikā dzīvo 6 māsas. Семьи. Ģimenes. Уже внуки. Jau mazbērni. Я не сотни раз они меня туда приглашают. Un simtiem reižu viņi man tur ir aicinājuši. Что ты там делаешь? Ko tu šeit dari? Просто 3 документа подписать. 3 документа jāparaksta. И пожалуйста. Un лūdzу. Но вы знаете, что-то не отпускает. Ziniet, kaut kas nelaiž vaļā. Я знаю, что это моя земля. Es zinu, ka šī ir mana zeme. На этой земле моя судьба. Šajā zemē ir mans liktenis. Устроила. И на этой земле. Mans liktenis man ir nolicis. Бог меня сделает главным участником важнейших событий последнего времени. Un Dievs padarīs mani par galveno dalībnieku galvenajiem notikumiem pēdējā laikā. Мало ли, что говорят газеты. Maz ko saka avīzes. Мало ли, что говорят люди. Maz ko saka cilvēki. Мало ли, что тебе говорит твои родные. Vienalga, ko saka tev tavu tuvinieki. Не ходи перед людьми. Nestaigā cilvēku priekšā. Ходи перед Богом. Staigā Dievu priekšā. Prasi Boga, Бог. Saki, prasi Dievam. Ты производишь во мне хотение и действие. Tu veido manī šīs vēlmes un darbības. Почему послание к евреям написано «смотрите»? Kāpēc ebrejiem ir rakstīts «skatieties»? Не опоздайте. Un nenokavējiet. Смотрите, потому что когда люди бежали на ковчегу, kad cilvēki skrēja uz šo šķirstu, они говорят, «Ной, мы поняли». Но mēs sapratām, что ты прав. Ka tev ir taisnība. Молодцы. Малочи. Поздно. Par vēlu. Откровение получили? Atklāsmi saņēma. Разве плохо получить откровение? Нет, неплохо. Vai tad ir slikti saņemt atklāsmi? Но если ты получаешь их слишком поздно, bet ja tu to saņem pārāk vēlu, это плохо. Tas ir slikti. Amen. Amen. Время искать Бога. Laiks meklēt Dievu. Время находить Бога. Laiks atrast Dievu. Время слушать Бога. Laiks dzirdēt Dievu. Время засучить рукава. Vien laiks ir uzlocīt rokas un celt šķirstu. Время зайти. Laiks iet. И ты будешь спасен. Un tu būsi glābts. Amen. Amen. Поэтому когда мы сегодня собираемся? Тāpēc, kad mēs šodien sanākam kopā. Я говорю про день рождения. Un es saku par dzimšanas dienu. Знаете, ностальгия опасна. Ностальгия ir bīstama. Потому что жить прошлым. Jo dzīvot pagātnē. Это похоронить будущее. Tas nozīmē apglabāt nākotni. Всему своё время. Visam ir savs laiks. Мы в Египте.
И когда Бог тебя выводит из Египта, kad Dievs tevi izved no Ēģiptes, пожалуйста, руки в ноги, ноги в руки, paņem kājas rokās, rokas kājās, и полный вперед. Un uz pilnu priekšu. Amen. Но почему-то евреи молодцы. Bet nes kāpēc ebreji malači? Чувствовали, что диктует время в Египте. Viņi sajūta, ko laiks diktē Ēģiptē. И они все ушли оттуда. Un viņi visi aizgāja no turienes. А когда Бог их привел к Иордану? Bet kad Dievs atved viņus pie Jordānas? Я сказал, а теперь время. Bet tagad ir laiks. Диктует. Diktē. Войти в обетованную землю. И абсолютная земля. И овладеть ею. Un iemanto to. Я говорю, не. Не время идти вперед, время идти назад. Un teica, laiks iet atpakaļ, nevis uz priekšu. Тот, кто конфликтует со временем. Tas, kurš konfliktē ar laiku. И игнорирует события. Un ignorē notikumus. Которые диктует это время. Kurus diktē šis laiks. Тот проиграет. Tas zaudēs. Если ты ценишь время. Ja tu vērtē laiku. Время будет ценить тобою. Laiks vērtēs tevi. Если ты пренебрегаешь временем. Ja tu to nenovērtē. Время будет пренебрегать тобой. Laiks tevi nenovērtēs. И ты можешь оказаться на задворках. Un tu vari nokļūt kaut kādās aizmugures pagalmos. Tu pamati, kā Jēzus однажды сказал Иерусалиму. Kā Jēzus teica Jeruzalemē. Иерусалим, Иерусалим. Jeruzalem, Jeruzaleme. Сколько раз я хотел собрать вас. Cik reiz es gribēju jūs savākt. Как птица собирает птенцов своих. Kā vista savāc cāliši zem saviem spārniem. Но вы не захотели. Bet jūs negribējāt. И так как вы не узнали времени. Un tā kā jūs neatpazināt laiku. Времени посещения. Apmeklējuma laiku. Дом ваш. Jūsu nams. Останется пуст. Paliks tukšs. Сколько сегодня пустых семей? Cik šodien tukšu ģimeņu? Пустых церквей. Tukšu draudžu. Пустых судеб. Tukšu likteņu. Не потому что дьявол. Nevis tāpēc, ka vēlns. Одно что человек. Bet tāpēc, ka cilvēks. Не узнал времени. Неatpazina laiku. Посещения. Apmeklējuma laiku. Пришёл к своим. Atnāc pie savējiem. А свои выгнали. Bet savējie izdzina. Вы понимаете, вот трагедия. Лук ir šī трагедия. Вот трагедия, он пришёл. Лук трагедия. Вовремя. Viņš atnāca laicīgi. А у человека свои часы. Bet cilvēkam savi pulksteņi. А у человека своя модель. Cilvēkam savs modelis. Господи. Открой наши глаза. Atver mūsu acis. Вы знаете, чем сильна церковь? Zini, ar ko stipra ir draudze? Церковь – это не общественная организация. Draudze – tā nav sabiedriska organizācija. Церковь – это сверхъестественная организация. Tā ir pārdabiska organizācija. Где главный фактор? Kur galvenais faktors? Это дары Святого Духа. Ir svētā gara dāvanas. Я недавно читал. Es nesen 1. Коринфянам 12. Глава. 1. Korintiešiem 12. Nodaļa. И там написано, что? Rakstīts. Бог в церкви своей. Kad Dievs sava draudze dary Svētā Duha, dala svētā gara dāvanas, tā kā viņam ir vēlēšanas. Kāds pravieto? Кто-то верит. Kāds tic? Кто-то чудеса творит. Kāds dar brīnumus? И что такое церковь? Это не совокупность народа. Draudze, tas nav tautas sapulcs kaut kāda. Это совокупность даров Святого Духа. Tas ir svētā gara dāvanu kopums. Именно этим она отличается от любых других организаций Tieši в этом мире. Там to, нет даров Святого Духа. Draudze atšķirās no visām citām organizācijām šajā pasaulē. А у нас есть. Mums ir svētā gara dāvana. Христа – это сверхъестественная субстанция. Kristus miesa – tā ir pārdabiska substance. Поэтому меня в последнее время больше всего волнует. Tāpēc man pēdējā laikā visvairāk satrauc. Именно духовное качество Tieši garīgai... нашего христианства. Mūsu kristietības garīgā kvalitāte. Потому что только дары Святого Духа позволят тебе вовремя сделать правильные вещи. Jo tikai svētā gara dāvanas palīdzēs tev laikā izdarīt pareizās lietas. В начале прошлого столетия. Pagājušā gadsimta sākumā. Произошло страшное событие. Notika briesmīgs notikums. Геноцид. Геноцид. Армянского народа. Armēņu tautas genocīds. Пророки вставали в Армении и говорили. Pravieši cēlās Armēnijā un teica. Страшное время ожидается. Briesmīgs laiks gaidāms. Кровь Бог показывает. Dievs rāda asinis. Mēs nevaram uchadīt atsuda. Un mums no šejienes ir jāaiziet. Дары Святого Духа. Svētā gara dāvanas. Особенно пророчество. Īpaši pravietojumi. Tie parādīs nākotni. Дары Святого Духа. Svētā gara dāvanas. Padarīs mūs redzīgus. И снаряжают нас необходимым. Un dod mums nepacietību. Не застало нас врасплох трагедия. Lai mūsu traģēdija nepārsteigtu, nesagatavotus.
Бог говорит, не ходите за слепыми вождями. Dievs saka, nesekojiet akliem vadoņiem, которые ведут слепых. Kuri ved aklus. И они оба упадут в яму. Viņi abi iekrit bedrē. У нас привилегия. Mums ir privilēģija. Рождённых свыше людей. No augšas piedzimušas cilvēki. Ukrišķonih duhom svētim людей. Cilvēkiem, kas ir svētā gar kristīti. Есть преимущество. Mums ir priekšrocība. Быть зрячим. Būt redzīgiem. Не только физически. Ne tikai fiziski. Но и духовно. Bet arī garīgi. И были те армяне, un bija tie среди армяне, которых был Шакарьян. Un kur, starp kuriem bija Шакарьян. Они сказали, мне тоже Бог это сказал. Un viņš teica, они man arī Dievs tā. Viņi savāca sanā sabā, те, un aizbrauc. А были те, которые смеялись над этим. Un bija daudzi, kas smējās. Сказали, да ладно, пугайтесь, думалика. Un daudzi teica, ай, ko jūs baidaties. И за одну ночь. Un vienā naktī. Буквально за короткое время. Pa īsu laika sprīdi. Rieki krovi pralīja. Asins upes izlējās. Мы не знаем, что завтра будет в Латвии. Mēs nezinām, kas rīt notiks. Никто в Украине два года назад не предполагал, какая чертовщина там начнется. Ukrainā neviens divus gadus atpakaļ neiedomājās, kas tur... Благополучная страна, какая война? Veiksmīga valsts, kāds karš. И когда сегодня по новостям прослеживаются такие тревожные нотки, kad ziņās tu lasi šos satraucošās ziņas, здесь просто блокируется транзит. Šeit транзит блокируется, какая база сада. Министры. Какие-то министры. Какие-то антироссийские настроения. Пред Кривис носканьоемы. Господи, покажи нам будущее. Un mums vienkārši Dievs parāda mums nākotni. Вы знаете, бездуховные люди становятся либо пророссийскими, либо проамериканскими, либо проукраинскими, а настоящая церковь, она всегда будет процарственная. Un īsta draudze būs vienmēr valstības pusē, nevis tur Krievijas, Amerikas vai Ukrainas. Vot почему Иисус сказал. Lūk, kāpēc Jēzus teica. Всего, visu pirms. Ищите царство Божьего meklējiet Dieva valsti un viņa taisnību. И мой главный пункт. Mans galvenais punkts. Это идентификация с реальностью царства Божьего, это наше спасение. Identifikācija ar Dievu valstību, tā ir mūsu glābšana. В Украине своя реальность. Украина ir sava realitāte. В Европе своя реальность. Европа sava realitāte. В Америке сумасшедшая своя реальность. Amerikā cita sava trakā realitāte. А в Царстве Божьем. Bet Dieva valstībā. Своя реальность. Ir sava realitāte. Там праведность. Tur ir taisnums. Там всегда будет мир. Tur vienmēr būs miers. И там будет всегда радость. Un tur vienmēr būs prieks. Во Святом Духе. Svētajā garā. Это то, что нам. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Если вы спросите, что бы я пожелал вам? Ja jūs gribat dzirdēt, ko es jums novēlēšu? Желаю то, что и себе. Es vēlu jums to pašu, ko sev. Быть вхожим в реальность Царства Божьего. Būt iekšā šajā Dieva valstības realitātē. Видеть открытые небеса. Redzēt atvērtas debesis. И ангелов. Un eņģeļus. Которые восходят. Kas iet augšup. И нисходят к Сыну человеческому. Это то, что нам нужно. Tas ir tas, kas mums vajadzīgs. Видеть не то, что дьявол совершает. Redzēt nevis to, ko vēlns dara. А видеть то, что Бог делает. Bet redzēt to, ko Dievs dara. Amen. Amen. Как на той горе. Kad tajā kalnā. Когда сидел пророк. Kad sēdēja pravietis. А там сирийские войска были. Un tur sīriešu karaspēks. И рядом был другой человек. Un blakām bija cits cilvēks. Который горе нам. Мы пропали. Kurš teica, nu visi mēs esam zuduši. Что ты видишь? Ko tu redzi. То и будет строить в твоем сознании. Tas arī veidos tavu apziņu. И молился этот пророк, Боже мой. Un šis pravietis lūdza. Открой глаза моему помощнику. Dievs atklāja acis man, atver acis manam palīgam. Чтобы он хоть раз увидел то, что я вижу. Lai kaut vienreiz viņš ieraudzītu to, ko es redzu. Видеть реальность царства Божьего. Viņš redz Dievu valstības realitāti. Моя молитва, открой нам глаза. Mana lūkšana ir atver mums acis. Открой нам глаза. Atver mums acis. Чтобы видеть ангелов. Lai redzētu eņģeļus. Чтобы видеть славу Божию. Lai redzētu Dieva slavu. Как написано. Kā ir rakstīts. Чтобы благоухание, познание о нем. Ka viņa iepazīšanas. Мы распространяем на всяком месте. Labu smāžu mēs izplatām visā vietā, visās vietās. Потому что он дает нам торжествовать во Христе Иисусе. Jo viņš dod mums svinēt. Līksmot Jēzu Kristu. Благодарение Богу.
который дает нам торжествовать во Христе Иисусе и благоухание, познание о Нем распространяет нами на всяком месте. Когда я вижу скучное, угрюмое, разочарованное христианство, меня просто озноб охватывает, что это? Где торжество во Христе Иисусе? Kur ir šī līksmība Jēzū Kristu? Мы никогда не можем быть благоуханием. Mēs nekad nevaram būt labā smarža, Dieva labā smarža. Торжества во Христе Иисусе. Ja nebūs šīs līksmības prieka Jēzū Kristu. А торжество во Христе Иисусе это результат того, что ты видишь реальность Царства Божьего. Bet līksmība Jēzū ir tas, что он на престоле, tu redzi, что он забрал дьявола ключи ада и смерти, ka viņš ir uz troņa, ka viņš ir paņēmis nāves atslēgas, что он забрал власть у начальствующих и властей, ka viņš ir paņēmis prom šo varu valdniekiem vara, что он властно подверг их позору, ka viņš viņus nolicis kaunā, восторжествовав над ними собою, когда я вижу эту картину, kad es redzu šo ainu, мне абсолютно все равно, какие законы в Москве, man vienalga, в Белом likuma, доме и в Брюсселе, Господь царствует, это моя Dievs valda. Платформа, tā ir mana это платформа, моя позиция, tā ir mana pozīcija, это мое настоящее и мое будущее. Tā ir mana tagadne un mana nākotne. Торжествовать во Христе. Līksmot Kristu могут только те, var tikai tie, у которых открыты глаза, kuriem ir atvērtas acis. Это не просто цитата. Tā nav vienkārši citāts. Это не просто психология. Tā nav vienkārši психология. Я не просто вас натаскиваю, давайте вместе что-то спрыгнем, руки поднимем. Es vienkārši nu jūs pavēlu. Совершенно нет. Kopīgi palēkāsim, kaut ko padarīsim. Что имею, то даю. Kas man ir, to es dodu. Amen. Amen. И Павел говорит: мы же открытым лицом. Pāvils saka, mēs ar atklātu seju. Как в зеркале. Kā spoguli. Взирая на славу Божью. Skatoties uz Dieva slavu. Преображаемся в тот же образ. Pārvēršamies tajā pašā veidolā. Как Господня Духа. Dievu, то, на что ты взираешь, tas, в то ты и skaties, превращаешься. Uz to tu arī pārvērties. Amen. То, на что ты чаще всего смотришь. Tas, uz ko tu visvairāk skaties. В этот образ ты и превратишься. Šajā tēlā tu arī pārvērtīsies. Вот почему надо иногда выключать мобильники. Lūk, kāpēc vajag dažkārt izslēgt mobilo. Izslēgt televizoru. Вырубать Wi-Fi, Bluetooth и все остальное. Izslēgt visus Wi-Fi, Bluetooth un vispār. Заходить в свою комнату. Iet savā istabā. И молиться Отцу. Un lūgt Debes Tēvam. Который в тайне. Kurš slepenībā. Нам нужен духовный Bluetooth. Mums vajadzīgs garīgais Bluetooth. Говорит Бог. Подключи меня, пожалуйста, к твоей программе. Dievs, pieslēdz mums savai programmai. Что там? Что там происходит? Kas tur notiek? Помышляйте о горнем, а не о земном. Domājiet par to, kas kalnos, nevis par zemes lietām. Богу нравится это. Dievam tas patīk. Я часто ворочаюсь ночью на кровати. Dažkārt es pa nakti grozos gultā. Знаешь, что Дух Святой беспокоит? Es zinu, ka Svētais Gars man nedod mieru. Думаю, интересно. Es думаю, интересно. Ну, когда ребенком был, Библию открывал, подписывал, что-то во, прочитал. Сейчас я не то, что Библию не хочу читать. Когда я был бенц, изласил Библию, какого изласил. Но технологии же меняются. Tagad nevis tā, kā es Библию не ласил. Есть духовный Wi-Fi. Ir garīgais Wi-Fi, tehnoloģijas mainās. А что в будущем? Вот расскажи. Bet kas būs nākotnē? Знаете, больше всего меня волнует, знаете, какой вопрос? Es jums varu uzdot kādu jautājumu. Открой будущее. Atklāj nākotni man. Меня интересует накотное. Меня интересует накотное. Не yesterday. Ба-ра-ба-ра-ба-ра-бар. Yesterday меня не интересует. Вакар день меня не интересует. Вакар. Меня вакар не интересует. Меня интересует накотное. Накотное интересует. Что будет? Кас бус. Расскажи, Господь. Пастасти, кунгс. А ведь написано, что Бог никогда и ничего не творит и на земле. Kad Dievs neko nedara uz zemes. Внимательно. Не открыв тайны своей. Pirms viņš nedara zināmas šos noslēpumus saviem kalpiem, praviešiem. Ja tu esi Jēzus Kristus kalps, tu esi pravietis. Ja tu sadarbojies ar Dievu, viņš savas prognozes tev atklās. Viņš savu nākotni atvērs tev. Un svētīgs cilvēks, kas dzird šo laiku. Я смотрю на Иисуса. Es skatos uz Jēzu. Время рождаться. Laiks piedzimt.
Вовремя он родился. Лайцыг виньш пьет. Когда пришла полнота времени. Kad, слышите? Ну, бия лайка пилнейба. Иисус подчинился времени. Лайкс, Иисус покрявас лайкам. Был на небе. Бия девесис. Отнац из земли. Родился. Пьедзима. Потом царь, узнав, что родился конкурент, pēc tam ķēniņš uzzināja, ka konkurents piedzimis. Он решил его уничтожить. Viņš nolēma viņu iznīcināt. Время убегать. Laiks aizbēgt, jūs dzirdat? Не всегда мудрость оставаться в зоне опасности. Ne vienmēr ir gudri palikt bīstamības zonā. Gudrs видит беду. Redz bēdu, nelaimi. И уклоняется. Un izvairās no tās. Время родиться в Назарете. И посмотрите, время убегать в Египет. Un laiks aizbēgt uz Ēģipti. И время возвращаться. Un laiks atgriezties. Когда я смотрю на Евангелие, на жизнь Иисуса Христа. Kad es skatos uz Evangeliju, uz Jēzus Kristus dzīvi. Я вижу человека. Es redzu cilvēku, который был абсолютно. Kurš bija absolūti. Подчинён времени. Kurš bija absolūti pakļauts laikam. И тем событиям. Un tiem notikumiem, которые время диктовало. Kurus laiks noteica. Ничто не стоит на месте. Nekas nestāv uz vietas. Kad mēs pataimsim pavtarēt prabuždienie 90-tih, ničo ne palūčas. Kad mēs mēģinām atkārtot 90. Gadu atmūdu, nekas nesanāk. Мышление не то. Cilvēki Приемы notiek. Не те. Laiks cilvēki cik. Это опасно. Tas ir bīstami. Жить категориями прошлого. Dzīvot pagātnes kategorijās. Иисус в 30 лет. Jēzus 30 gados. Время. Laiks. Которому он подчинился. Kuram viņš patēlē? Nevis 29. Я говорю, 30, ну я молодой еще. Vai 30, ну vēl jauns. Обычно все нормальные служители с бородами, лысые, толстые, kalpotāji, под 70 выходят. 30, куда я пойду? Ar bārdu, 30, bez matiem un, выходи. 30, эй. Вы что думаете? Ko jūs domājat? Он так сильно хотел. Viņam ļoti gribējās? Да не очень-то. Но он сказал, не моя воля. Viņš teica, nevis mana griba. Но твоя воля да будет. Lai tava griba notiek. Время идти в пустыню. Laiks iet tuksnesī. И время из этой пустыни выходить. Un laiks no šī tuksneša iziet. Когда я слышу, как 30 лет подряд в церкви проповедь. Мы в пустыне. Kad es dzirdu 30 gadus pakārtēju spredīķi, mēs esam tuksnesī. Пора уже уходить из пустыни. Laiks jau iet projām no tuksneša. Амен. Амен. Время с дьяволом встречаться. Ir laiks, kad и слушать, что он несет тебе. Un paklausīties, ko но viņš tev melš. Не заиграться с ним. Bet galvenais ne pārāk ilgi nespēlēties ar viņu. Врезать, сказать, так написано. Iemaukt viņam не pateikt, хлебом tā, одним будет жить человек. Rakstīts, ne tikai no maizes cilvēks dzīvo. Время входить в пустыню. Laiks ir iet tuksnesī. И время из этой пустыни. Выходить. Un laiks iziet no šī tuksneša. А то получается, мы церковь в пустыне построили. А ведь цирак санак, ka draudz esam uzcēluši tuksnesī. Воскреска в пустыне. Svētdienas skola tuksnesī. Прославление в пустыне. Slavēšana tuksnesī. Вообще. Vispār. У Бога все менялось. Dievam viss mainījās. Из пустыни вышел. No tuksneša iznāca. И я хочу сейчас прочитать первую проповедь. Es gribu izlasīt šo pirmo sprediķi, kuru on spropovedoval, kuru viņš sludināja pēc tuksneša. Amen. Amen. Давайте откроем. Atvērsim. Это Луки, 4 глава. Лукас Евангелие, 4 nodaļa. Луки, 4 глава. Луки, 4 глава. И 14 стих. Лукас, 4 nodaļa, 14 pants. И окончив все искушения, дьявол отошел от него до времени. Слышите, это время везде. No 13. Un vēlns visu savu kārdināšanu izbeidz, atstāja viņu līdz turpmākam laikam. И дьявол ушел до времени. Un vēlns aizgāja pēc laika. Он время выходить из пустыни. Laiks iziet no tuksneša. И входить на служение. Kalpošanā. Сегодня день рождения. Šodien dzimšanas diena. Я знаю, что у многих из вас. Es zinu, ka daudziem no jums nakanuni этого служения. Šī были искушения. Dievkalpojumi priekšvakarā bija kārdināmi. Bija smagi laiki. И была пустыня. Un bija tuksnesis. Кто-то должен услышать. Kādam ir jāsadzird. Пустыня закончилась. Tuksnesis beidzies. Пустыня закончилась. Tuksnesis ir beidzies. И пора оттуда уходить. Un laiks ir iet projām no turienes. И входить в служение. Un iet kalpošanā. Amen. Amen.
не растягивай удовольствие. Не велц гарома шо. Дьяволу искушать тебя. Велнс тев кардинас. У меня нет времени для тебя, дьявол. Man nav laika priekš tevis, velns. Время служить Богу. Laiks ir kalpot Dievam. Время взыскать Господа. Laiks ir meklēt Dievu. Время посвятить себя ему на служение. Laiks ir sevi veltīt viņam kalpošanu. Время взять ответственность хотя бы за кого-то. Laiks ir paņemt atbildību kaut par kādu. Время начинать посещение по домам. Laiks ir sākt apmeklēšanu pa mājām. Итак, первая проповедь. Pirmais sprediķis. После искушения. Pēc kārdināšanas. И возвратился Иисус в силе духа в Галилею. Bet Jēzus gara spēkā griezās atpakaļ uz Galilēju. И разнеслась молва о нём. Un viņa slava izpaudās. По всей окрестной земле. Pa visu apkārtni. И он учил в синагогах их. Un viņš mācīja viņu sinagogās. И от всех был прославляем. Un visi viņu slavēja. И пришел в Назарет. Tā viņš nonāca Nāceretē. Где был воспитан. Kur viņš bija uzaudzis. И вошел по обыкновению своему. Un pēc sava ieraduma. В день субботний в синагогу. Viņš sabatā dienā iegāja sinagogā. И встал читать. Viņš piecēlās, lai Ему lasītu. Подали книгу пророка Исаии. Viņam pasniedza pravieša Jesajas grāmatu. И он, раскрыв книгу, нашел место. Grāmatu atverot, viņam gadījās tā vieta, kur bija rakstīts. Дух Господень на мне. Tā Kunga gars ir uz manis. Ибо он помазал меня. Jo viņš mani svaidījis. Благовествовать нищим. Sludināt prieka vēsti nabagiem. Послал меня исцелять сокрушённых сердцем. Pasludināt atsvabināšanu cietumniekiem. Проповедовать пленным освобождение. Un aklajiem gaismu. Слепым прозрение. Отпустить измученных на свободу. Satriektos palaist vaļā. Проповедовать лето. Un pasludināt mūsu Господне благоприятное. Mūsu Kunga žēlstības gadu. Проповедовать лето. Un pasludināt Мы так привыкли gadu. Проповедовать Иисуса. А Иисус проповедовал лето. Мы сludinām par Jēzu, bet Jēzus sludināja gadu. Нет. Надо лето проповедовать. Vajag vasaru sludināt. Летом надо проповедовать лето. Vasarā vajag sludināt vasaru. Какая мысль? Слушайте. Kāda doma? Как ты назовешь сезон? Kā tu nosauksi sezonu? Таким он и будет в твоей жизни. Tā sezona arī būs tavā dzīvē. Это такой проклятый сезон. Он tā, и будет проклятый. Nolādēta sezona, un tā sezona arī būs. Первая мысль. Кому принадлежит сезон, тот и будет совершать главные события во время этого сезона. Там, kuram, tas, kuram pieder šī sezona, tas arī galvenos notikums šai sezonā Если veidos. Если это лето Господне, ja tas ir Dieva а vasara, еще и Дух Господи на мне, un Dieva gars ir uz manis, дьяволу ловить нечего. Vēlnam tur nav ko meklēt. Amen? Amen? Я бы очень хотел, чтобы мы подчинились времени. Man gribētos, lai mēs pakļaujamies laikam. Это лето. Šis laiks не дьявольское. Gads, vasara, tas это nav лето, vēlnam. Не мертвый сезон. Tā nav mirusī sezona. Это лето. Šis gads. Не сезон неудачи потерь. Nevis neveikšmi un zaudējumi sezona. Это лето Господне. Tas ir Dieva gads. Скажи, я провозглашаю. Pasaki, es pasludinu. Лето 2015 года. Летом Господним. 2015 gada vasara ir Dieva vasara. Не слышу, скажите это. Pasaki, to es nedzirdu. Скажи, лето 2015-го. 2015. Gada vasara. Я провозглашаю. Es pasludinu. Летом Господним. Par Dieva vasaru. Август. Augusts. Который скоро закончится. Kurš drīz beigsies. Август Господень. Dieva augusts. Amen. Чьим именем ты обозначаешь сезон? Ar kura vārdu tu apzīmē sezonu? Тот в это sezonu. Время. Tas и будет совершать главные события. Tas arī šajā laikā noteiks galvenos notikumus. Как корабль назовешь? Kā nosauksi kuģi? Вот так корабль и поплывет. Tā arī šis kuģis peldēs. Amen. Amen. Главная мысль. Galvenā doma. Если дух Господень на тебе, ja Dieva gars ir uz tevis, то и лето будет Господне. Tad arī šī vasara būs uz Dievu. Если на тебе дух Господень, ja pār tevi ir Dieva gars, значит и лето, tad arī šis gads, jeb sezona, будет Господним. Būs Dieva sezona. А время, bet laiks будет благоприятным. Būs labvēlīgs. Для того, чтобы Бог там, лай Dievs, этим летом šajā vasarā свои знамения. Darīt savus zīmes. Un savus brīnumus. Amen.
Время диктует события. Laiks diktē notikumus. И кому принадлежит время? Un kam pieder laiks? Тот и будет совершать события. Tas arī piepildīs šos notikumus. Лето Господне. Dieva gads, Dieva vasara. И слушайте следующее. Un klausieties tālāk. Реальное помазание Духа Святого связано с реальной программой Духа Святого, а не только с эмоциями и ощущениями. Реальный Святой Гар Святым связан с Святой Гар программой, не только с эмоциями. Кто-то схватил, кто-то не схватил. Кто-то нотер, кто-то не. Сейчас только всяких приемов, вот таких манипулятивных религиозных. Тогда вот сегодня я манипулятивный. Пришел. Я через 3 дня только очнулся. Tāds, очнулся гипс. Что? Pēc trīs dienām pamodos un ģips. Дух Святой – это не только река радости. Tas нав tikai prieka и никак оттуда не вынырну, уже в акулу превратился. Jau par хайзиву pārvērtas. И Дух Святой так обличил меня во грехах, что я плачу уже 3 год подряд. Святais Gars man tā ir parādījis manas grēkus nepilnības, ka es raudu 3. Gadu jau. Конец сезона эмоциональной религии. Pasludinie emocionālas reliģijas sezonas beigas. Знаете, что реальный Дух Святой приносит реальную программу. Reāls Svētais Gars atnes reālu programmu. И какую же он программу здесь принес? Un kādu programmu viņš atnesa? Если на мне Дух Господень, ja pār mani, uz manis ir Svētais Gars, и я провозглашаю этот сезон, un es pasludinu šo sezonu, летом Господнем, Dievu vasaru, то Дух Святой тебе по полочкам разложит, что в это время ты должен делать. Tad Svētais Gars pa plauktiņiem saliks, kas tev šajā laikā jāizdara. Помазание обязывает. Svaidījums uzliek pienākumu. Повторите вместо меня. Помазание обязывает. Svaidījums uzliek pienākumu. Помазание – это огромная ответственность. Svaidījums – tas ir milzīga atbildība. Это огромная ответственность. Tā ir milzīga atbildība. Не просто я пережил. Я Nevis vienkārši es piedzīvoju. Я сам человек эмоциональный. Es pats esmu emocionāls cilvēks. Мне нравятся эмоции. Man patīk emocijas. Но если за эмоциями больше ничего не стоит, 100 лет они мне нужны. Ja aiz emocijām nekā vairāk nav, tad man viņas nav vajadzīgas. А? Помните, на острове Патмос? Иоанн. Увидел великого Бога. Голова у него такая, волосы вот такие, ноги такие. Говорит, и упал я как мертвый. Un šis Jānis, viņš nokrita kā beigts. И готов пролежать был месяц. Un gatavs bija mēnesis gulēt. А что сделал Иисус? Ko Jēzus teica? Он сказал, эй, чувак. Viņš teica, эй, vecīt. Чё так слабо? Ko tik švaki, ko? А ну-ка давай вставай. Celies augšā. Бери ручку. Ņem pildspalvu. И программу пиши. Un pierakst programmu. Вы со мной? Jūs ar mani? Вот для этой церкви вот такую программу. Šai draudzē tādu programmu. Вот для этой церкви. О, бой, не знаю, какой помазать. А ну-ка, хватит дурака валять. Пятых мультителов. Повторяю, реальное помазание Реал свадим. Связано с реальной и конкретной программой. Tas ir saistīts ar konkrētu programmu. Когда я встречаюсь с Духом Святым, es zinu, kad es satiekos ar Svēto Gāru. Это вообще опасные встречи. Tas ir bīstami satikšanās. Это dangerous. Это, tas ir bīstami. Ты думаешь, он тебе просто сопли вытрет? Tu domā, ka tev vienkārši puņķis noslaucīs? Нет. Nē. Он тебе скажет, ковчег строить. Viņš pateiks, būvē šķirstu. А это уже пахать надо. Bet tas jau nozīmē, ka jāstrādā. Знаете, да? Saprotiet? Помазание. Svaidījums обязывает. Uzliek pienākumu. Помазание опасная штука. Svaidījums ir bīstama lieta. Помазание принесёт тебе целую программу. Svaidījums atnesīs tev veselu programmu. И вполне возможно программу того, чего ты никогда не делал. Un pilnīgi iespējams programmu tādu, kuru tu nekad neesi darījis. Ты можешь отмахнуться. Tu vari atrunāties. Это каждый из нас научился делать. To visi mēs esam iemācījušies darīt. Вышел упомянутый Иона. Augstāk minētais Jona. Kas būt, nu, ja za pamazanie, tokai protiv Ninevijai. Es par svaidījumu, bet tikai pret Ninevi. Ja za pamazanie, nu, pri čom tot vat eti slipie, kasie? Nu, es par svaidījumu. Izmūčenie, sto lieta nimie nužni. Kāds sakas ar visiem šitiem aklajiem, kurlajiem, slimajiem? Man viņi nav vajadzīgi. Pamazanie dajotsa dļa raboty. Svaidījums tiek dots darbam. Pamazanie dajotsa dļa raboty. Svaidījums tiek dots darbam. Duh Gospodi na mne. Dieva gars ir uz manis. Ibo on pamazal meņa. Jo viņš ir mani svaidījis. Blagovestovat nišu. Sludināt nabagiem. Hvatit molčat. Pietiek klusēt. Molčanie ne vsegda zolota. Klusēšana nevienmēr ir zelts. Amen. Amen. Vrēmē načināt.
Laiks ir sākt. Открывать темницы. Atvērt. Чтобы измученные вышли на свободу. Cietumnieks un satriektos palaist vaļā. Видите ли, Дух Святой? Redzēt Svētais Gars. Это не просто языки. Tā nav vienkārši mēlis. Что стоит за фразой? Kas, Дух Господень на мне. Kas ir aiz šīs frāzes, Dieva gars ir uz manis? Мы в последнее время так привыкли о родословном проклятии говорить. Mēs esam tā pieraduši pēdējā laikā par dzimtu lāstiem runāt. Veselī encounteri. У нас непрерывные освобождения. Nepārtrauktas atbrīvošanas. Я знаю, что многие из вас сегодня бы ждали. Но когда будет молитва за освобождение? Не будет. Daudz varbūt no jums gaida, kad būs lūkšana par atbrīvošanu. Nebūs. Прошло время освобождения, пришло время наполнения Духом Святым. Pagājis ir atbrīvošanas laiks, ir laiks piepildīties ar Svēto Garu. Такое впечатление, когда смотришь тематика последних конференций. Pēdējā konferenču tēmas. Разрушение родословного проклятия. Dzimtas lāstu laušana. От горечи. Исцеление каких-то болей. Atbrīvošana kaut kāda dziedināšana. Когда это на первых порах христианства, я понимаю. Bet, kad tas ir sāku kristietības sākumā, es saprotu. А когда за плечами 20 лет, bet, kad aiz plecēm ir 20 gadi, разобрался, un tu vēl neesi ticis skaidrībā. Вместо того, чтобы каждый день исповедовать, Дух Господень на мне, tā vietā, ибо Он помазал меня служить людям, родословное проклятие на мне, ибо меня дьявол помазал навозом. Поэтому, Господи, освободи меня от всякого проклятия. Боже, останови это безумие. Что не прат, вайк избег. Не проклятие на моей голове. Nevis Дух tās ir par manu Господень на bet мне, Dieva gars ибо par Он man. Помазал ja меня для реформации моего народа, моего города. Реформация. И это лето Господне un šī ir Dieva vasara. Докажет, parādies, что я искуплен, es esmu я исцелен, es esmу, я новое творение es esmu во Христе Иисусе. Древнее все прошло, vecais visi и теперь все новое. Un tagad viss ir jauns. Amen. Amen. Поэтому тему родословного проклятия заканчивай. Tāpēc, и пусть она останется в прошлом. Šo начинай тему last благословения до тысячного рода. Сакам тему святība līdz тысячам augumam. Вам не кажется странным? Jums neliekas dīvaini. Когда Бог тебе такие программы зарядил. Kad Dievs tev tādas programmas ir devis. Он говорит, разве вы не знаете, что Иисус Христос вас? Viņš saka, vai tad jūs nezināt, ka Jēzus Kristus ir jūsos? А если Христос вас? Ja Kristus ir jūsos? Что там через запятую? Тело мёртво для греха. Tad ķermeni miesa ir mirusi grēkam. Как минимум. Kā minimums. Христос там. Kristus ir tur. Второе. Otrs. Разве вы не знаете? Vai jūs nezināt? Что тела ваши? Ka jūsu miesa, ķermeņi. Тела ваши? Jūsu ķermeņi. Суть храм. Ir Dievs. Живущего вас. Великого святого духа. Es lielā svētā gara mājoklis. Если дух того, кто воскресил Иисуса Христа из мёртвых живёт в вас, он решит все ваши проблемы, которые внутри вас. Ja Dievs, kas ir cēlis Jēzu no miroņiem, dzīvo jūsos, viņš visas problēmas, kas jūsos atrisinās. Христос в нас? Kā minimums Kristus ir mūsos? Дух святой. Svētais gars. В нас? Mūsos? Это мало. Добавим. Пеликсим клад, это все помаз. Великое благочестие, тайна. Кто явился во плоти? Бог. Kas ir radies miesā, tas ir Dievs. Явился во плоти. Radies, а Христос parādījies miesā. Уточняет, говорит, все стою у двери и стучу. Un Jēzus precizē, es stāvu pie durvīm un klauvēju. И кто услышит? Kas sadzirdēs? Говорит, я войду, и отец. Es iešu, un tēvs ies. Троица. Трисвенība. Внутри меня. Dzīvo tevi manī. Троица обитает внутри тебя. Трисвенība мит теви. И такая странная штука, un tāda что мы дивайна, эту троицу в упор не видим. Ka mēs šo трисвенību pat stāvot klāt neredzam. Смотрим в книгу. Skatāmies grāmatā. И видим. Да. Un
un redzam, neaskarbļaiti Duha Svetova, katoram vy zapečatleny v deň iskupleniya, propagandirujat, va mne grekh, bolячки. Nepropagandējiet, ka man ir aizvainojums grēks. Sekšajā mysl, zapomnite eto. Atcerieties šo nākamo domu. Pusi eto nikogo ne obižaet. Lai tas neviena neaizvain. Tā ir pilnīgi patiesība. Isus Hristos, katoriy vnutri tebya, sposoben razrušit problemy, katoriy vnutri tebya. Jēzus Kristus, kas ir tevi, viņš spējīgs izārdīt tās problēmas, kas ir tevi. По-настоящему. По истам. Только Христос, который внутри тебя. Такая Христос, который в тебе иекша. Может разрушить все проклятия, которые внутри тебя. Visus lāstus, kas ir tevi. В то, что проклятие внутри мы уверовали. Там, kad lāsti ir iekšā, mēs esam noticējuši. А в то, что великий Христос. Bet там, ka varenais Kristus. Который внутри меня. Kas ir manī iekšā. Мы в это не уверовали. Mēs tam nespējam noticēt. И смотрите, какой утончённый обман. Un kāds smalki meli. Решение своих внутренних проблем. Savu iekšējo problēmu risināšanu. Снаружи. Mēs meklējam ārpusē. Давай, помолись. В этом ничего плохого нет. Palūdz par manīm, nekas slikta nav. Uzliec rokas, izdzen garus. Не оставляй без работы Троицу, которая находится в тебе. Neatstāj bez darba šo Trīsvienību, kas ir tevī pašā iekšā. Вот почему Павел. Lūk, kāpēc Pāvils. Молился, Господи. Lūdz Dievam. У них уже iPhone 9. Viņiem jau ir 9. iPhones. Они так и не добрались до кнопок. Viņi tā arī līdz pogām netika. Они в песочнице играют iPhone'ом. Viņi smilškastē ar iPhone spēlē. Игра, что он такой тупой? Un saka, ko viņš tāds kaut kāds trūls. Нельзя обесценивать наследие Иисуса Христа, Never которое обитает в нас. Ну, что, ir mūsos. У нас не только Троица написано. Mums разве не вы не трисвенība? Знаете, что Царство Божье внутри вас? Vai jūs nezināt, ka Dieva valstība ir jūsos? Поэтому я вот в конце проповеди буду просто Tāpēc молиться, знаете, о чем? Es beigas, spredīt beigās es lūkšu. Иисус, сын Давидов. Jēzus, Dieva dēls, apžēlojies par mani. Иисус, сын Давидов. Jēzus, Dieva. Открой мне глаза, Atver чтобы acis, я увидел, что я новое творение. Lai es redzu, ka es esmu что jauns я Божий radīns, сын. Ka esmu Dieva dēls. Я не носитель проклятия и греха. Es я носитель славы Божьей. Ласту. Дух Господень на мне, ибо Он помазал меня разрушать все дела дьявола, открывать темницы, измученных выпускать на свободу. Он дает мне торжествовать во Христе Иисусе и благоухание, познание о Нем распространять нами на всяком месте. Un šo labo Dievu smaržu vajag visās vietās izplatīt. Pienācis laiks kļūt pieaugušiem. Kā apostol Pāvils сказал однажды. Kā Pāvils apostols teica reiz. Судя по времени. Spriežot pēc laika. Вообще-то пора уже стать епископом. Ir laiks kļūt par bīskapu. А ты всё ещё воскреску топаешь. Vai tu visu laiku eji uz svētdienas skolu? Топ менеджер воскрески. Топ, топ, топ. И начатки учения Христова. Хоп, хоп, хлоп. Судя по времени, нам уже надо вырасти Спрежет и осознать, лайка, мумс, лайкс, пиок, тот, кто зинат, в нас, тас, кас ир мусос, тот, кто в нас, тас, кас ир мусос, он способен не только решить проблемы в нас, винч ир спейкс не тикай мусос проблемс рисинат, способен решить все проблемы вокруг. Винч ир спейкс ари рисинат висис проблемс ап мумс, апкат мумс. Мне бы так хотелось, друзья, Man так вела, что это так ребятос. Вот это убожество, вот это какое-то заурядность, серость, вот Lai эта ограниченность, чтобы хотя бы в судьбе некоторых еще Lai людей, чтобы cilvēks, эта пелена упала, Lai šis priekškars nokrīt, и мы бы увидели, un mēs какое ieraudzē. Славное наследие Kāds brīnišķīgs мантовец. Dievs ir Devis mums. Иисуса Христа. Jēzus Kristus через его великую и драгоценную жертву. Caur viņa brīnišķīgo upuri. Amen. Иисус сказал, Jēzus teica, я видел сатану, es redzēju velnu, Sātanu, падшего с неба, как молнию, kas krita kā zibens no debesīm. Поэтому, Tāpēc, я даю вам власть, Tāpēc es dodu jums varu, наступать на всю вражью силу. Uzkāpt visiem ienaidnieku spēkiem. И у меня вопрос, man ir jautājums, что ты видишь, сын человеческий? Ko tu redzi, cilvēka dēls? Что ты видишь, сын человеческий? Ко ты реди человек. Я вижу, как Бог мал, стал маленьким, беспомощным, христиане стали лохами, слабыми, какими-то ущербными, отщепенцами, дьявол великий, Бог плохо. Слыкти. Бог, открой нам глаза, Dievs, atver mums acis, чтобы видеть тебя на престоле, lai redzētu tevi а дьявол падшего
Un под bet, нашими ногами. Что ты видишь, сын человеческий? Ко ту редзи cilvēku dēls? То и будет руководить твоей жизнью. Tas arī noteiks tavu dzīvi. Вам не кажется странным? Jums neliekas dīvaini? Что Господь? Ka Dievs? Наши новости вообще не читает. Mūsu ziņas vispār nelas. Наш телевизор он вообще не смотрит. Mūsu televizoru viņš vispār neskatās. Он не смотрит НТВ. Viņš neskatās NTV. Он не смотрит CNN. Viņš neskatās CNN. Он не смотрит Евроньюз. Viņš neskatās Euronews. Потому что Евроньюз это враньюз. Tāpēc, ka Euronews ir враньюз. У Бога есть свои СМИ. Dievam ir savi masas saziņas līdzekļi. Он говорит, идите и провозгласите всем народам. Viņš saka, ejiet un pasliniet visiem tautām. Господь царствует. Dievs valda. Это так странно. Tas ir tik dīvaini. Где ты царствуешь? Dievs, kur tu valdi? Только из-за того. Tikai dēļ tā. Что реальность невидимого Царства Божьего. Когда redzamās Dieva valstības realitāte. Твоего сердца. Kļūst par tavu sirds realitāti. Изменить проклятую реальность. Tu spēsi izmainīt šo nolādēto realitāti. Города и твоей земли. Tavā zemē un tavā pilsētā. Царство Божье не зависит Dieva от ситуации в Европейском Союзе. Nav atkarīga no situācijas Eiropas Savienībā. Величие Царства Божье не зависит от того, Dieva какие законы varenība. Америка принимает. Varenība nav atkarīga no tā, kādas likumus Amerika pieņem. Царство Божье Dieva valstība nepakaļībīma. Nav satricināma un mūžīga. Эти царства сгорят. Visas šīs valstības sadegs. Царство Божие. Bet Dieva valstība будет стоять твёрдо. Stāvēs cieti nesatricināma. Во веки веков. Мужиг мужос. Итак, я завершаю и последняя моя мысль. Un pēdējā man domas. Ревнуйте о дарах больших. Esiet greizsirdīgi pēc lielākām dāvanām. Я покажу вам путь превосходнейший. Un es parādīšu jums augstāku ceļu. Время. Laiks. Ревновать. Ir kļūt о дарах духовных. Greizsirdīgiem par Dieva dāvanām, gardāvanām. О том, чтобы пророчествовать. Īpaši par to, lai pravietot. Тот, кто обладает знаниями будущего, будет стоять на самых главных, ключевых позициях лидерства. Tie, kuriem ir zināšanas par nākotni, tie būs līderības atslēgu pozīcijās stāvēs. Хочешь стать лидером? Gribi būt līderis? Хочешь иметь влияние? Gribi, lai tev ir ietekme? Ревнуй о дарах. Esi greizsirdīgs par dāvanām. Особенно. Īpaši. О том, чтобы пророчествовать. Par to, lai pravietotu. Павел говорит, хорошо, что вы на языках говорите. Павел saka, labi, ka jūs mēlēs lūdzat. Но пророчествующие. Bet tie, kas pravieto. Превосходнее. Ir augstāk. Того, кто говорит на языках. Par to, kurš tikai runā mēlēs. Дары Святого Духа нужны не только для церкви. Svētā gara dāvanas vajadzīgs ne tikai draudzei. Дары Святого Духа это образ жизни. Svētā gara dāvanas tas ir dzīves veids. И Дух Святой может тебя использовать и в офисе. Dievs var tevi izmantot, Svētā Dieva gars var izmantot tev gan ofisā. И в самолёте. Un lidmašīnā. И на остановке. Un pieturā. Где угодно. Vienalga kur. Когда я читаю про Иосифа. Kad es lasu par Jāzepu. Господи, дары Святого Духа. Svētā gara dāvanas. Дары Святого Духа это церковная какая-то принадлежность. Mēs domājam, ka Svētā gara dāvanas ir baznīcas piederums. Только здесь молимся. Tikai šeit lūdzam. Дары Святого Духа. Svētā gara dāvanas. Это твой авторитет. Tā ir tava autoritāte. Это то, что поднимет. Tas ir tas, kas pacels tavu personību. И за тобой будут бегать. Un tev skries pakaļ. Но что ты будешь кое-что знать, чего никто другой не знает. Jo tu zināsi kaut ko, kuriem viens cits nezina. Недавно у нас был авторский вечер. Nesen mums bija autoru vakars. И покаялись там целый ряд людей. Vesela rinda cilvēku atgriezās. Я знакомился с ними. Un es ar viņiem iepazinos. Я говорю, тебя как зовут? Ну, вот так и так. Ты откуда? Es te iepazinos. Я из православной церкви. Un viens saka, es esmu no pareizticīgo baznīcas. Батюшка мне разрешил прийти к вам. Батюшка man atļāva atnākt pie jums. Я крутой у тебя батюшка. Es teicu, krūts tev, батюшка. Привет ему передавай. Nodod viņam sveicienu. Bet ešu mūj baķuška skazal. Un vēl mans baķuška teica. Što novoje pakalienie spasot Latviju. Teica, ka jaunā paudze izglābs Latviju. Už atkuda, atkuda? Nu, lai no kurienes. Takoj komplement uslyšat. Tādu komplementu. No toka nīs pravoslavnē cerkvē. Bet ne tikai no pareizticīgo baznīcas. Ja jau imu priest, kažu, on prav. Un es teicu, nodod sveicienu, pasaka viņam taisnību. Tiem boju, što Jesus Christ vmēsti s nami v adnoju priešku, mēs visu smožam. Если я Иисус Христос ира мы сына стоит второй копа тот винч мы все огромный вот в этой вот как называется тац ми велс вир стал и роти кто он говорит Buddha bless you и он ещё просто как сказал он ещё говорит Buddha bless you каким боком
ar kur būs. Un kad ja praktikuši dzen budist. Es esmu praktizējuši dzen budists. Ir tebe čo suda privilo. Es pasaku, kas tev šeit atveda. Un gavrīt, u vas atkrytī portal. Viņš saka, jums ir atvērts portāls. I ja, gavrīt, podsoedinīlsja k nemu. Un es viņam pieslēdzos. Я даже, друзья, и не понял. Es pat nesapratu. Что Wi-Fi работает на самом деле, а? Ka Wi-Fi darbojas patiesībā. Без паролей вообще. Без паролей. Он говорит, у вас здесь энергетика такая, говорит, я просто энергетически к вам подключился. Es vienkārši enerģētiski pie jums pieslēdzos. Думаю, где я нахожусь и что случилось со мной? Es domāju, kur es atrodos, kas ar mani notic. Рядом стоит лохмат, ну такой не лохматый, но такой Блакус стал тас. Человечек. Человек с горем матем. А вас как зовут? Он каюс сауц. Он говорит, Ива Пуринч. Ива Пуринч, он сказал. И? Он говорит, я шаман. Это смысл шаманес. Латвийский шаман. Латвийский шаманес. У него есть телевизионная программа. В нем ТВ-программа. Интеллигенция сидит у его ног. Интеллигенция сидит по его каям. Мне показалось, что я вообще куда-то попал в Вавилон какой-то. Я думаю, я когда Бабел я смотрел. Ну ладно, православный. У нас ну лаби парестицига. У нас хоть какие-то корни есть. Какой-то сакнес какой-то есть. Я говорю, а ты что здесь делаешь? Bet ko tu šeit dari? И значит, что он сказал? Знаете, что он считает? За последнее время Pēdējā laikā мое сердце очерствело без любви. Mana sirds ir kļuvusi tāda cieta bez mīlestības. И говорит, когда меня пригласили сюда, kad man uzaicināja šeit, я, говорит, всегда уважаю энергетические духовные центры. Es vienmēr cienu enerģētiskos garīgos centrus. Jums šeit ir nereāla enerģētika. Любви, mīlestības. Kas cilvēku aplaimo. Kā šaman šamanim varu pateikt, tu esi malacis. Es saku mācītājs. Знаешь, как переводится шаман? Zin, kā tulkojas šamanis? Проводник. Духовной силы. Garīgā spēka vadītājs. Caur, kas vadītājs. И потом он говорит, давай вместе бороться с силами зла. Я говорю, viņš мне Олега Шапошникова kopā хватило еще теперь вот и теперь шаманами еще, бордели, да ну вообще, вообще замес полный. Я говорю, давай, Ива, а мы просто познакомимся. Давай, Ива, венкаш, копий, препозиснись. Я знаете, что понял? Я понял, что фраза «Дух Господень на мне» Es saprotu, ka frāze Dieva gars ir uz manis имеет еще одну дефиницию. Ir vēl viena definīcija. Открытый портал. Atvērts portāls. Который люди видят. Вы знаете, все равно kuru хотим или не redz. Хотим. Эти товарищи духовные. Šie biedri ir garīgi. И написано, что вот это благоухание, познание, о нем люди чувствуют. Cilvēki это для jūt. Антихристов вонь и ужас, как дух для антихристам таракана. Ir, а для людей ищущих дух смердоня, бет человеком, кто смеклает святого гару. И вот это помазание. Ну что, свадьи? Тебе будут бежать. Пе тебе скрес и меклес. Не из-за того, что ты там в тренажерный зал. Это не все тебе, на своем месте. Тренажер зал, это все ir sava vietā. Или там какой-то там тренды, бренды. Какие-то тренды, бренды. Это все бренды. Вторично. Богатство личности. Personības bagātība ir iekšēnē. Или от тебя излучается комфорт. Vai nu no tevis izstaro komforts? Уют. Omulīgums. Gudrība. Уста, которые изрекают лупас, kas izsaka логичные, loģiskus, praktичные вещи. Praktiskas lietas. И это будет привлекать. Un tas piesaistīs. Скажите. Sakiet. Когда Иосиф встретился с Kad Jāzeps satikās Когда Иосиф встретился с фараоном. Ar faraonu. У фараона было абсолютно все. Фараонам bija pilnīgi viss. Кроме того, что было у Иосифа. Izņemot to, kas bija Jāzepam. У Иосифа было то. Jāzepam bija tas. Что не было у фараона. Kas nebija faraonam. У фараона были армия. Фараону bija армия, фонды, valsts. Образование. Фонды, izglītība. Но не было знания будущего. Nebija nākotnes zināšanu. А у этого? Bet šim? Иосифа. Jāzepam. Кто он был? Kas viņš bija? Иностранец. Ārzemnieks. Второй, он был раб. Bija vergs. И третий, он был узник. Viņš bija
cietumnieks. Какая разница, каким статусом ты сегодня обладаешь? Nav svarīgi, kāds tev šodien status. Krievs vai latvietis? Или ты там на той лестнице, этой ступеньке, или на этой? Vai tu esi uz šī pakāpiena vai tā pakāpiena? В дарах Святого Духа. Именно дары Святого Духа за один день могут поменять твой статус. Tieši Svētā Gara dāvans var izmainīt vienā dienā tavu statusu. Не циклись на свой статус. Не циклись на свой статус. Духовное богатство. Дух Господь. Циклись с гарего богатство. Ибо в Духе Святом 9 даров. Я Святой Гора 9 даванов. Ревнуйте об этих дарах. Эсет гресидик по шим даванам. И дары тебя не поведут вниз. Он даванов тебя не ведет уз лею. Дары. Даванов. Поведут тебя вверх. Даванов тебя ведет уз аукшу. Никодим к Иисусу пришел. Никодим сатнац пе Иисус. У тебя есть то, чего у меня нет. Tev ir tas, kas man nav. Фараон говорит. Фараон сказал. Сны такие снились. Ну. Tādi sapņi bija. Будущее волнует всех. Nākotne uztrauc visus. Тебя волнует будущее. Tevi uztrauc nākotne. Твоих детей. Tavus bērnus. Меня как пастора. Man kā mācītāja. Волнует будущее церкви. Uzsatrauc arī draudzes nākotne. Бизнесменов, предпринимателей волнует будущее. Куда вкладывать деньги. Бизнес меня интересует нākotnē, kur ieguldīt. Есть фьючерсные компании, которые просматривают будущее, рассчитывают и все такое. Всех интересует будущее. Visus interesē nākotne. Я хочу сказать, что если тебя не интересует будущее, ja tev neinteresē nākotne, опасное состояние. Tas ir bīstams stāvoklis. Жить настоящим. Dzīvot tagadnē. И даже не пытаться заглянуть. Что будет завтра? Pat necensties ieskatīties, kas būs rītdien. Это значит иметь глаза и не видеть. Tas ir nozīmē, kam ir acis, bet neredz. Иметь уши и не слышать. Kam ir ausis un nedzirdēt. Никогда не станем полноценными лидерами. Ja mēs nebūsim pilnvērtīgi līderi. И прошлым. Ja mēs dzīvosim tagadnē un pagātnē. Что помогло Иосифу? Kas palīdzēja Jāzepam? За один день. Pa vienu dienu. Все свои статусы. Nomainīt visus savus statusus. И стать принцем Египта. Un kļūt par Ēģiptes princi. Дары Святого Духа. Svētā Gara dāvans. Пророческий взгляд в будущее. Pravietisks skatījums nākotnē. На 14 лет. 14 gadi. 7 дней, 7 лет изобилия. 7 pārpilnības gadi, 7. И не только Дух Святой даст знание, какой сезон будет. Ne tikai Svētais Gars dos zināšanu, kāda sezona būs. Но и как ты должен поступать в это время. Bet arī kā tev jārīkojas tajā laikā. И самый трогательный момент. Un pats aizkustinošākais moments. Фараон. Фараонs. Снимает перстень. Noņem šo gredzenu. Со своей руки. No savas rokas. И отдает Иосифу. Un iedod Jāzepam. За одну секунду. Vienā sekundē. Богатство нечестивых. Netaisno bagātība. Без революций. Без революциям. Без погромов. Без граушинам. Без танков. Без танкем. Без майданов. Без майданем. За одну секунду. Vienā sekundē. Богатство всей империи. Visas impērijas bagātības. Перешли. Pārgāja. Из рук нечестивых. No netaisnā rokām. В руки праведника. Taisnā rokās. Вы что думаете? Ko jūs domājat? Это нереально. В Латвии? Tas nav, ir nereāli Latvijā. Мы так привыкли к этим историям, как сказка про белого бычка. Это работало там, только не здесь. Un mēs esam pieraduši pie šiem stāstiem, kā pie pasakām, ka tas darbojās tur, bet ne šeit. Реальность царства Божия. Абсолютно. Dieva valstības realitāte ir absolūta. В любой стране. Jebkurā valstī. Вопрос, верим ли мы? Jautājums ir, vai ticam mēs? Или мы этому не верим? Vai mēs tam neticam? Только из-за того, что мы это игнорируем. Tikai tāpēc, ka mēs to ignorējam. Нечестивые господствуют. Netaisnie valda. Запомните, это не воля Божья. Atcerieties, tā nav Dieva griba. Законные люди господствовали над праведниками. Lai netaisnais valdītu par taisno. Если он говорил, вы будете головой, а не хвостом. Viņš teica, jūs būsiet galva, nevis хвостом. Выбор, а не судьба. Būt parasti, tā ir mūsu izvēle, nevis liktenis. Поэтому хотелось бы, чтобы внутри пришла ревность. Lai gribas, lai iekšēnē atnāk šī uzticība. Duh Svētoj.
Svētais gars. Это лето Господне. Šis ir Dieva gads. Поменяй наш статус. Maini mūsu statusu. И подними нас туда. Un pacel mūs tur. Где мы ещё никогда не были. Kur mēs nekad neesam bijuši. Если на мне дух Господень. Ja pār mani ir Dieva gars. Так пусть это лето будет Господним. Tad lai šis gads ir Dieva. И пусть это время будет благоприятным. Un lai šis ir labvēlīgs laiks. Для моего продвижения. Manai izaugsmei. Для моего успеха. Veiksmei. Для моей победы. Uzvarai. Для твоих знамений. Tavām zīmēm. И для твоих чудес. Un taviem brīnumiem. И еще, если это лето Господне. Ja šis ir Dieva laiks. Осень будет урожайной. Rudens, ja vasara ir Dieva. Если это лето Господне. Rudens būs auglīgs. Осень будет урожайной. Rudens būs auglīgs. Цыплят по осени считают. Цаļus skait rudenī. А куриц на Рождество. Поэтому мы заряжаем от Господа благословение. Mēs ielādējam šos svētības no Dieva. И пусть этот день. Un lai šī diena станет тем днём. Kļūst par to dienu. Когда мы взыскали Господа. Kad mēs meklējām Dievu. Давайте молиться Духу Святому. Lūksim Svēto Garu. Дух Святой. Lūksim Svētais Gars. Открой мои глаза. Atver manas acis. Чтобы видеть славу Божью. Lai redzētu Dieva славу. Чтобы взирая на славу Божью. Lai skatoties uz Dieva славу. Я мог преображаться в тот же образ. Es varu pārvērsties tajā pašā tēlā. Христос, который внутри тебя. Христос, Дух Святой, который внутри тебя. Святый Господь, который решит все твои проблемы, которые внутри тебя. Atrisinās visas problēmas, kas ir tevī iekšā. Уверуй, что тот, кто Notici, в нас, ka tas, kurš ir mūsos. Благословение, которое в нас. Svētība, kas mūsos. Благословение сильнее проклятия. Kas svētība ir spēcīgāka par lāstu. Генетика Божья. Dieva ģenētika. Побеждает генетику физическую. Uzvar fizisko ģenētiku. Наследие во Христе. Мантуемс Христу. Побеждает наследие Адама. Узвар Адама Как в Адаме все умирают. Как Адама все мирс. Так во Христе. Так под Христу. Все оживут. Виси будут дзиви. Я не буду возлагать рук. Я хочу бросить рокас. Тебе вызов. Пусть гриб, тот Христос, который внутри лай тебя, Христос, он расправит свои плечи. Лай тас Пусть он сядет плецус. На престол твоего сердца. Лай тас ир, Пусть твое сердце троней. Засияет славой Божьей. Скажи, Господь, соверши эти глубокие перемены внутри моего сердца. Ka viņš dara šo pārmaiņu manā sirdī. Начинай молиться на языках. Sāc lūgt mēlēs. Klama Hrista mojam betulalama kroman jandele. Klama gema subanera stoba jilam rebaleru lomba. Bramberere sarmenele. Армен Александр, Алемрома, Соманже. О, драгоценный Дух Святой, наполняй, 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 наполняй. Ракамине Жанеле Монджа, Брессаконеле Лемрошалая, достань огонь изнутри твоего сердца. Начинай молиться и говори, Господь, пришло время взыскать тебя. Пусть дары Святого Духа. Saki svētajam garam. Uz dari svētova duha. Lai svētā gara dāvanas. Atkrivajuca v polnoj mērē. Atverās pilnā mērā. Glamera masare menene remba. Armina lebra basamer manele lebra basonje lamba. Ker manele lebre sejereja. Smena sezona. Kesa morelея. Это лето Господне. Время его знамений и чудес. Камре сачетерия. Время манифестации славы Божьей и даров Святого Духа. Макса Боже Герма Керболе Реджена. Время Шетелея – это время знамений чудес Божьих. Кала Морбея. Христос, который внутри, Он разрушает всякое проклятие, которое внутри. Мы не носители проклятия, мы носители славы Божьей. Кемо Мраджана. Карма Гама Соке Медея. Мекраменча лебробо санджериамба, рамба хамба шетала, гормани лебро самбештеререй, халлелуя, халлелуя, аллелуя. Возьми сейчас свою жертву, жертва открывает небеса, жертва прикасается к сердцу Отца. Возьми свою жертву, как дар твоей хвалы, любви и благодарности. Паним соупор, ка таус патаицибис. Жертва утверждает откровение внутри.
upuris nostiprinātās attiekšanu. Žertu astanāvļot nevēžestvo i prokļātie. Upuris aptur nezināšanu un lāstus. Žertvi Salamona atkrili nebesā i dali imu atkrovenie. Upuri atvēra šo atklāsu. Kas savo ģemere komandēla mahoma lēriamba. Brambe sambur me ģelērija. Halleluja. Музыка чуть тише. Поднимите жертву, давайте вместе помолимся. Поцелуй что упор, ко полуксим. Скажи, отец. Pasaki, во имя Иисуса. Jēzus vārdā. Я благодарю тебя. Es tev pateicos. За это реформаторское слово. Par šo reformatoru vārdu. Я провозглашаю в своей жизни. Es pasludinu savā dzīvē. Дух Господень на мне. Dieva gars ir uz manis. Ибо он помазал меня. Jo viņš man ir svaidījis. Исполнить всю его программу. Piepildīt visu viņa programmu. Если на мне Дух Господень. Ja par mani ir Dieva gars. Я провозглашаю это лето. Es pasludinu šo vasaru. Летом Господним. Dieva vasaru. Временем. Laiku. Великих знамений и чудес. Lielu zīmi un brīnumu laiku. Я благодарю тебя. Es pateicos tev. За то, что я рождён свыше. Ka es esmu dzimis no augšienes. За то, что тот, кто во мне. Par to, ka tas, kas ir manī. Он больше того, кто в этом мире. Ir lielāks par to, kas ir pasaulē. И Христос, живущий во мне. Un Kristus, kas dzīvo manī. И Дух Святой, живущий во мне. Un Svētais Gars, kas dzīvo manī. Разрушить всякое проклятие. Izārdīs visus. И решить все проблемы. Un atrisināt visas problēmas. Которые внутри меня. Kas ir manī iekšā. Я приношу эту жертву. Es pienesu upuri. Чтобы ты преобразил моё сердце. Lai tu mainītu manu sirdi. Чтобы ты преобразил мою личность. Lai tu izmainītu manu personību, manu domāšanu. И пусть Царство Божие un lai Dieva valstība откроется внутри меня. Atverās manī iekšā. Открой глаза мои. Atver manas acis. Чтобы я видел славу твою. Lai es redzu tavu slavu. И преображался в тот же образ. Un mainītos tajā pašā tēlā. Я не носитель проклятия. Es neesmu lāsta nesējs. Я носитель славы Божией. Es esmu Dieva slavas nesējs. Я носитель Божьего благословения. Es esmu Dieva svētības nesējs. Благодарю тебя. Pateicos tev. Поклоняюсь тебе. Пелудз. Превозношу твое великое и святое твое имя. Годен твою святую варду. Аллилуйя. Аллилуйя. Давайте будем осуществлять пожертвования и поклоняться. Очень хорошая песня у вас была. Наполняй собой. Да. Ведра пустите. Пустите ведра. Все, не надо все на языках петь. Сейчас начнется. Кирмахер, болера, блошендер, банджема, грембандия. Я благословляю каждого человека, который находится в зале. Боже, переводи нас от веры в веру. Переводи нас от силы в силу. Переводи нас от славы в славу. Камень, дерево, ламбру, бежи, дерево. Не пропустите ведро, которое идет рядом. Ламба хе самбо чела ламба я. Брамбедара лоре брекомена на ямбаренда. Мармена лара барасола на мекросанчеле. Кламер гавро басо чандела ла могенда. Кламер соя ношери. Господь славы, наполняй собой всемогущий Бог великий, Господь славы, наполняй собой всемогущий Бог великий. Наполняй собой.
Драгоценный Дух Святой, дорогой Святой Гарс, мы благодарны Тебе за Твое глубокое помазание. Pateicamies par Tavu dziļo svaidījumu. И мы провозглашаем. Un mēs pasludinām. Этот сезон. Šo sezonu. Временем благоприятным. Par labvēlīgu laiku. Для славы Твоей. Tavai slavai. Для знамений Твоих. Taviem brīnumiem. И чудес. Прими, Господь, эту жертву. Pieņem, Kungs, šo upuri. И пусть она будет приятна тебе. Un, lai tas ir patīkams tev. И на основании этих жертв. Un šo upuru еще pamata. Больше открывай небеса. Vēl vairāk atver debesis. И пусть откровения твои. Un, lai tavas atklāsmes. Они становятся реальностью. Tās kļūst par realitāti. Боже, пусть смелых. Lai drosmīgi. И просвещенных, и помазанных людей станет un svaidīt cilvēku kļūst vairāk. И пусть программа, которую ты открываешь. Un, lai šīs programmas, kuras tu atver. Будет осуществлена. Tikt piepildītas. Полностью во имя Иисуса Христа. Pilnībā Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Воздайте ему славу. Dod slavu viņam. Aleluja. Aleluja. Садитесь. Sēdieties. Вы получаете от Господа слово? Vai jūs saņemat no Dieva vārdu? Это чрезвычайно важное слово. Tas ir ārkārtīgi svarīgs vārds. Смотрите, последнее место, которое я хочу сейчас прочитать, а из этого же отрывка. Но ши паша звезд из грибы. Это уже практическое. Это все практическое. Луки 4:17. Лукас 4:17. Ему подали книгу пророка Исаии. Вы нем посмотрите правее, что Исаия из грамоты. Он раскрыв книгу. Грамоту отверот. Нашел место. Кривский текст, винч отрада вету. Нашел место. Отрада вету. Не все места подряд работали в этот день. Ne visas rakstītas pēc kārtas tajā dienā strādāja. Jēzus našol miesta. Jēzus atrada šo vietu. V pisānī. Rakstos. Которая соответствовала. Kas atbilda. Sezonu. Sezonai. Что от нас требуется. Kas no mums tiek prasīts. Если Иисус нашел для нас место из Писания, найди место в своем сердце для того места из Священного Писания. Ja Jēzus priekš mums atrada vietu no šiem rakstiem, tad atrod savā sirdī vietu priekš tiem rakstiem, ko Jēzus atrada rakstos. Ja viņš atrada vietu rakstos, atrodi vietu savā sirdī. Он найдет место ir. В Писании. Vai nu viņš atrod vietu rakstos? Но для него не будет места. Bet ja šai rakstietē nebūs, ja viņam nebūs vieta в нашем сердце, mūsu sirdīs, это слово пролетит мимо. Šis vārds aizies garām. Поэтому будьте внимательны к слышанному. Tāpēc esiet uzmanīgi uz to, ko jūs esat dzirdējuši. Если сердце захламленное, ja sirds ir aizkrāmēta, места нету. Nav vietas. Написано, не давайте место дьяволу, а лучше дайте место для откровений Божьих. Ir teiks, nedodiet vietu velnam, bet labāk dodiet vietu atklāsmēm. Иногда, знаете, когда слышишь слово, dažreiz, kad dzirdi vārdu, оно может тебе не понравиться. Tas vārds var tev nepatikt. Ты можешь даже с ним не соглашаться. Tu vari pat nepiekrist šim vārdam. Никогда не ожесточай. Nekad nenocietinies. Ты просто скажи, Господь, если это написано, vari teikt, Dievs, ja tas ir rakstīts, я открываю свой сердце. Es atveru savu sirdi. И пусть место, которое ты нашел в Писании, найдет в моем сердце rakstos, lai tā atrod vietu manā sirdī. Amen. Amen. Хотя, ну это уже так, знаете, уже мы заканчиваем. Mēs jau знаете, как noslēdzam. Это служение закончилось? Ziniet, kā šis dievkalpojums beidzās? Знаете, как оно закончилось? Не буду читать. Nerakstīšu, nelasīšu. Его выгнали. Viņu izdzina. Им не понравилось эта проповедь. Viņiem nepatika šis sprediķis. Viņš saka, ты что это? В этой синагоге не нашлось места. Šajā sinagogā neatradās vietas. Для того места из пророка Исаии. Tā ir rakstvietai, kas bija no pravieša Jesajas. Об этом заговорил в последний раз. Kāpēc es tev beigās es sāku runāt? Если какие-то места из священного писания. Ir kaut kādas vietas, rakstvietas. Не найдут место в сердце. Ja ne, tās neatradīs vietu tavā sirdī. Люди объявят ему войну. Cilvēki pasludinās karu viņam. И выгонят его. Un izdzīs viņu. Они повели его на гору. Viņi aizved viņu uz kalnu. И они хотели его убить. Un gribēja viņu nogalināt. За что? Par ko? Не ожесточите сердце вашего. Nenocietiniet savas sirdis. Когда звучит слово Божье. Kad skan Dieva vārds.
Очень легко стать врагом Богу. Ждали Иисуса, ждали, ļoti viegli kļūt par Dievu vienam. Gaidīja Jēzu, Jēzus atnāca. Выгнали. Izdzina viņu. Кто его выгнал? Kas viņu izdzina? Гомосексуалисты? Homoseksuālisti. Мусульманки? Мусульмане. Свой собственный народ. Пашу тауту. Вот почему мы должны сегодня молиться, Бог. Tāpēc mums šodien jālūdz Dievs. Сердце. Lai man sirds ir atvērta. И принимает как на хорошую добрую почву. Lai tā pieņem kā laba augsne. Ты ищешь место из Писания, а я найду место. Tu meklē vietu no rakstiem, bet es savā sirdī sagatavošu vietu un atradīšu. Рассчитываю, что со мной не случится того, что с ним случилось в 4 главе Луки. С кем мы вовремя уедем, да? Хорошо, ну я понимаю, Mēs laicīgi aizbrauksim. Mācītāji, lūdzu, nāc. Cvieti v studiju, kde naši cvieti? Kur mūsu puķas? Хочу поздравить вас. Es gribu jūs apsveikt. И хочу поблагодарить вас. Un gribu jūs pateikties. Вы молодцы. Jūs esat malači. Ты вообще молодец, Инесса. Tu esi malacis, Inesa. Потому что у тебя хорошая команда. Tev ir, es domāju, tev ir laba komanda. Vruči. Lūdzu, piešķir. Это почта. Ну, это же пасть. Когда я приезжаю в Венспилс, я вижу всегда здесь активность. Es vienmēr šeit redzu aktivitāti. Здесь всегда такая не только церковная активность. Потом. Pēc tam apsveiksim vēl. Šeit ir ne tikai aktivность социальная, aktivitāte sabiedriska, sociāla, garīga. У вас прекрасная Команда прославления. Брінішчіга славяшанс команда. Ваша церковь принимает активное участие в городских мероприятиях. Пеням далību пилсац в общество. На самом деле тебе огромное за это благодарность, потому что это мышление царства. Tas ir valstības domāšana, paldies tev par to. Это не только церковь, это не только tikai draudze, не tikai mājas grupas. Tā ir tava pilsēta, tavā sirdī. Город, в твоём сердце судьба. Tavā sirdī. Tautas liktenis. Я верю, что Бог тебя поведёт. Un es ticu, ka Dievs tevi vedīs uz atslēgas pozīcijām. И у тебя, кроме этих колечек, ещё одно здесь будет. Ещё один перстень. Без visiem šiem gredzeniem tev būs vēl kāds gredzens. Я очень ценю нашей дружбой, вашими детьми. Es vērtēju augstu mūsu draugu. Un lai Ventspils plaukst. Слава Божья придёт сюда. Lai Dievs slavu nāk šeit. И всё, о чём ты мечтала, о чём ты пророчествовала. Visu, ko tu pravietoji, время воздаяния приблизилось. Atmaksas laiks ir pietuvies. Твои глаза будут радоваться, смотря Tavas acis priecāsies. Залы, смотря на лидерскую команду, skatoties uz līderu komandu, uz jauniešiem, на стародёрш, uz vecēšiem, uz politiskajiem aprindām. Олигархов. Бог их даст в твои руки. Dievs to dos tavās rokās. И благословляю. Mīlu un svētīju. Halleluja. Halleluja. Es runāšu latviski. Es ļoti, ļoti pateicos. Ja očiņ blagadarna. Par šo dienu. Za eta dien. Vispirms Dievam un pēc tam visiem, kas man apkārt. Es načalo Bogu i za takže всем, кто вокруг меня. Un, protams, kad es nevarētu šeit stāvēt, ja kaut kad. Я бы не могла стоять здесь, если бы однажды. Ja kaut kad mācītājs Aleksejs nebūtu pateicis man tā. Пастор Алексей не сказал бы мне так. Инесса, тебе все получится. Инесса, тебе все, visu tev izdosies. Un es toreiz domāju, ka šausmas, tas ir šausmas, kas man tagad būs jādara Ventspilī. Ja domāju, lai tev uzas, što mne nada būt šeit sdēlēt Ventspilsē. Un es visu laiku gaidīju, kād, ka pacelsies kāds vīrietis. Ja visu laiku žadal, što padņemīsim uz šina. Bet, nu, es tagad ceļu augšā vairākas vīrieši. Ja šos padņemāju nieskaļkīgu mušīnu. Un es teicu, ka vienreiz patiešām šogad viņi sāk sludināt. Ja vieru, što v god etat oni načnūt propovedovat. Tāpēc, ka tieši tāds, tieši to es no Dieva saņēmus. Именно это я от Бога получила, и Алексей сегодня это говорил. Vispār šis vārds, ko šodien runāju. И вообще это слово, которое сегодня слышали, говорили. Mēs vakar gavējām par to. Мы вчера постились об этом. Vārds ir tāds, ka es nevaru parunāt. И слово такое, что не могу поговорить. Tāpēc, kad es šo Lukas 4.18. Потому что это местописание Луки 4.18. Es saņēmu tad, kad es biju pavisam jauns kristietis. Это я получил, когда я был совершенно молодым христианином. Un es ne visu sapratu. Я не все понимала. Un šī atklāsme man iet līdz visos gadus. Это откровение идет со мной все эти года.
Es tad esmu piedzimusi jaunajā paudzē 25 gadus atpakaļ. 25 лет назад я родилась в новом поколении. 26. Novembris, 90. Gads. 90. Год, 26. Ноября. Un šis šaklās man nāk līdzi, man tā kā viņa nepiepildās, un es tā kā īsti nesaprotu. И это откровение идет со мной, следует, и она как бы не исполняется. Dievs kaut kādas zīmes man nolika, tās beigās piepildījās. И Бог поставил какие-то знамения, эти знамения исполнились. Un es zinu, ka tagad kaut kad ir kaut kam jānotiek citādāk. Я знаю, что в это какое-то ближайшее время должно что-то еще произойти. Un mani, nu, tuvākie palīgi zina, kad es šo te rakstvietu vienmēr, kad kāds kaut kur par to sludinis, ārkārtīgi uzmanīgi klausos. И мои помощники знают, что когда кто-то проповедует на это место Писания, где-то говорит, что я очень внимательно слушаю. Так, šis bija viss no debesī. Это было все с неба. Un tas patiešām būs īpašs gads. Es ticu tam, cieši ticu. Я верю твердо, что это будет особенный год. Un to pašu par šo jauno radījumu. И то же самое в этом новом творении. Mums šeit bija tēlts, mums viss kaut kur piedalāmies. У нас была палатка, мы везде участвуем. Un reizēm tā nogurst. Иногда так устаешь. Jo tās rindas nepapildinās tā, kā gribētos. Потому что ряда не пополняются так, как хотелось бы. Mēs prasītījām, a kāpēc kādreiz, 90. Gados? Я просил Бога, почему когда-то, 90. Gada? Bija tik vienkārši savākt pa divām nedēļām veselu autobusu un vest uz Rīgu. Почему было так просто за две недели набрать целый автобус людей и ехать в Ригу? Я особо ничего не говорил. Я говорила, Бог тебя любит, тебе нужен Бог. Поехали в Ригу. И мы поехали. Vien draudz uzradās, pēc tam redz, ka mēs pacēlāmies vēlreiz. Одна церковь поднялась потом, мы второй раз поднялись. Un es tā kā sadzirdēju no Dieva tieši to, ko šodien mācītājs Aleksejs teica. И я услышал от Бога то, что пастор Алексей сегодня говорил. Mums ir jāatcerās, ka Dievs spēcīgs un varens ir mūsos. Нам надо помнить, что Бог великий и сильный в нас. Mums ir jājūsmo par to. Нам надо об этом восхищаться. Un kad tas būs, mēs būsim pilni ar to. И когда мы будем полны этого. Cilvēki redz to. Люди видят это. Tas smaržo. Это пахнет. Un toreiz tas smaržoja. И в то время это благоухало. Un tāpēc mēs gājām pa ielām, mēs esam Dievs tev mīl, un cilvēki ticēja tam. И мы шли по улицам, говорили, Бог тебя любит, и люди верили этому. Я сегодня пеклат, un es pat neesmu īsti pārliecināts, vai man ir lāsts vai svētība. Но если я сегодня подхожу, я не уверен, у меня благословение или проклятие. Viņi netic man. Они не верят мне. Viņi netic man. Они не верят мне. Jo mani ir maz svētā gara, man ir daudz klāstu. У меня мало, во мне мало Духа Святого и много проклятий. Ko meklēsim, to atradīsim. Что будешь искать, то и найдешь. Un tāpēc es zinu, ka šī diena, šis dievkalpums ir pat taisno no debesīm. Я знаю, что это день, это служение напрямую с неба. Šis ir jauns laiks mums. Это новое время у нас. Un es ticu, ka visi šodien, kas šeit atnākuši, jūs atdalījāt laiku, lai šo pravietojam dzirdēt. И я верю, что все, кто пришли, отделили время, чтобы услышать это пророчество. Un tagad tikai vajag drosmi. И теперь только надо храбрость. Noticēt tam. Поверить. Un turpināt. И продолжать. Un darīt, jo tāpēc, ka tā programma ir vajadzīga. Эта программа необходима. Tā programma ir vajadzīga. Programma tas plāns ir vajadzīgs. План. Un pēc tam drosmi darīt. И потом храбрость это осуществить. Tāpēc es ļoti pateicu Dievam par šo dienu, šis ir pagrieziena laiks. Это время поворота. Šis ir īpašs laiks. Это особенное время. Latvija možas augšā. Латвия пробуждается. Un patiešām brauks atpakaļ tie cilvēki. И будут ехать обратно люди. Šeit nav tukši vārdi. Это не пустые слова, я верю. Аллилуйя, я тебе пасаю. Аллилуйя. 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 Аллилуйя, у нас мус пакать цилвек. И будут за нами следовать люди. Un es gribu savukārt. А я в свою очередь. Arī gribu pateikties. Mēs te interesanti nosaucām te tā. Я хочу поблагодарить, мы так назвали интересно. Ну, parasti mūsu mācītājs tā īpaši sev tā nesauc. Обычно пастор себя так не называет. Mums ir vēstulīte. Mums ir vēstulīte. Алексею Ледяеву, епископу латвийскому. Вы так обычно себя не называете, но... Jūs sev tā nesaucat. Mēs mums ir tāda maza kartiņa. Маленькая карточка. Смотрите с благодарностью вперед, с любовью вокруг себя и с верою на небеса. Такую мы нашли. Ну, вы лучше, конечно, сочиняете, но мы такую нашли. Спасибо за все эти лета. Лето, как по-русски правильно? Лета, да? Вот. Да, и пусть это будет самое лучшее.
Вот это будет самое лучшее. Так что мы поменяем. И я верю, что опять будет время. Un es ticu, ka būs atkal laiks. Когда я помню на Ильду 70, по 30 человек простое служение, по 30 человек были, ну, покаялись. На конференциях 100-150. Ka konferencēs simtiem cilvēku pieņem Jēzu. Не просто каялись и куда-то пропадали, они реально остались. Pieņem Jēzu un половина где-то оставалась. Apmēram puse palika. И пусть это всё возновится, но в новом, в новых, в новом виде. Lai tas по-другому, наверное. Kaut kā savādākā jaunā veidā. Un es gribētu vēl vienu lietu izdarīt. Ja, haču šodien viņš dzīvās. Var palūkt tevi, nu, Evija palīgā. Eviju? Neliec to nost. Un Kati, man varētu dot to sarakstu? Šodien ir īpaša diena. Сегодня особенный день. Un es gribētu, lai iznāk ārā visi tie, kas šo draudzi ir, nu, ar atbildību. Я хочу, чтобы вышли вперед все те, которые с ответственностью эту церковь основывали. Tā es esi. Это я. Эдуард Рубинс. Эдуард Рубинс. Арита Рубина. Арита Рубина. Nāc ārā. Андрейс Рубинс. Viņš strādā. Андрейс Рубинс, он работает сегодня. Inese Ciemīte. Inese Ciemīte. Ilva Ciemīte šodien strādā olimpiskā, pasaules olimpiskā komiteja, viņa diemžēl šodien vada olimpiskos. Ilva Ciemīte, она работает в олимпийском комитете, всемирном она там мероприятии. Patreiz notiek viss tā gatavošanās tam nākamām atkal spēlēm kaut kādām. Они готовятся к следующим играм. Un paldies Dievam, ka tādi cilvēki izaug baznīcā. I slava Bogu, šo takie ļudi esi cerkvi. Harita Krūtēne. Harita Krūtēne. Nā. Kristiāns Krūtēns. Kristiāns Krūtēnis. Sanita Bondare. Sanita Bondare. Viktors Bondars. Viktors Bondars. Iveta Egle. Iveta Egle. Nā, jā. Vilma Makarenko. Vilma Makarenko. Un es svajā Makarenko, jēs. Egils Sprodis. Egils Sprodis. Ilona Sprodi. Ārija Sprodi. Ārija Sprodi. Baiva Asere. Anatolijs Gorbačovs. Anatolij Gorbačov. Nam svojies tož, da. Daiga Gorbačova. Lūcija Boitmane. Lūcija. Boitmane. Es gribu visiem šiem cilvēkiem Я хочу всем этим людям сегодня уздавинать по путитей. Подарить по цветку. Я тебе дам, да? Он потек лил лил палдес, прошло целью, ко мы сеем. Поблагодарить за этот путь, который мы идем. Все святки мумс, вот там кунгам. Это праздник нам и Господу. Эстетика у него потек от топ драудзис. Я верю, что Господу нравится, когда церкви рождаются. Это его тело. Он Lai tas neiznīgs, lai tas pieaug. Pusti это возрастает. Lai šīs gara dāvanas attīstās. Pusti эти дары духа развиваются. Un ar šo gadu īpaši kaut kas, lai notiek. И с этим годом что-то особенное происходит. Pavisam īpaši, lai notiek. Совершенно особенное происходит. Un lai pievienojas vēl mums visās draudzēs, Ventspilē, lai pievienojas jaunpalīgi. И пусть во всех церквях Ventspilsē будет. Пусть будет молодёжь и больше помощников. Un es šodien gribu teikt uz mūsu Ventspils mūzikas skolu. Я хочу говорить на сегодняшнюю музыкальную школу Ventspilsē. Lai visi tie beidzēji ieiet draudzēs. Пусть эти абсолвенты, пусть они в церкви заходят. Es varētu palūkt māciet Aleksei, tomēr uzlikt rokseņā. Хочу попросить пастора Алексея возложить руки на этих людей. Давайте прострём руки. Истепсим руки. Клама хидра буруса, бина ла дьомба, эла гроба дирья бло бриджоло ламба. Камина льямбро басер губанде ле груба джела ламбо ле. Керма греса бергола репрессенте ле бро. Крамина ла льямбле жендерья бла рая. За годы, в которые пожирала саранча, Бог воздает. Всемира, кер банду лея. Пламера замбер голе реджелея, прендаре разоджи брагер горе ларьяс, рамбла се дженгла дерья бледжи дерьяс, время воздаяния, время награды, время великой славы Божьей,
Великий прорыв финансовый, великий прорыв творческий, великий прорыв во имя Иисуса Христа в общественной работе. Рамбла Жедерея, маршрут Иосифа. Господь поведет тебя этими дорогами, и ты встретишь своего фараона. Дух Святой сойдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. И поэтому все, что будет рождаться, оно будет для великой славы Божьей. Роды будут легкими и благословенными. И помазания будут от самого чрева матери. Карбена ламбру манджела янда. Во имя Иисуса защити, сохрани и благослови. Кармена ленгра манджелеба моляранда. Брандела ла гурбешедерия ла рандея. Это не твоя война. Господь разберется со всеми врагами. И ввиду врагов Он накроет тебе трапезу. Наполняй, Дух Святой, наполняй. Открывай глаза, чтобы видеть. Открывай уши, чтобы слышать. Пусть Господь духовный мир открывается во всей красоте и во всем своем богатстве. Арбена Лембра, Манджелери Лериас, новый духовный молитвенный опыт, дары Святого Духа. Ревнуй о дарах больших, и я покажу тебе путь превосходнейший. Глембреберила Грошендериас, ты будешь видеть открытые небеса и ангелов Божьих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому. Рамбле Жендерера Благедериас, твои слова будут врачевать сердца людей. Твои слова будут источником мудрости и решения ключевых проблем. Рамбла, бенгор, бесамбедо, лабраба, бардаме, ламар, безаджериас. Кровь Иисуса Христа, защита и ограда да пребывает над ними. Соедини, Господь, связь поколений. Пусть это будет соединительное звено между поколениями. Бемо, разамба, арбагеробла, берегло, жендери, андая. Дух Господень на тебе. И это лето принесет тебе еще много сюрпризов. Это лето принесет тебе много удивительных вещей. Рамбле геберебла занжелея. Будь внимательны к тому, чтобы увидеть это и не пропустить. Глямберга боробре сабре джинделе. Прамбеда лабру гебере логребре сенжелея. Господь, соедини. Господь, я прошу, соедини. Пусть благословение Твое пребывает. И в этот сезон ты увидишь много удивительных, необыкновенных вещей. Рамберелла, рубля, жедерея. И даже те откровения, те пророческие слова, о которых ты даже забыла, ты будешь вспоминать, когда они будут исполняться. Но что Бог никогда ничего не забывает. Бо небо и земля придут, но слова мои никогда не придут во имя Иисуса Христа. Аминь. Амин, амин, амин! Поздравляю еще раз. Es visiem ļoti atvainojos par to, kad, nu, viņš ir iesēdēt. Es visiem ļoti atvainojos par to, kad neiznāks individuālās aizlūkšanas, jo laiks aizgāt. Что не индивидуальные молитвы. Bet es vien gribu pateikt mūsu mācītājiem, Aleksim. Я одно хочу сказать нашему пастору Алексею. Šajā zālē ir cilvēki. В этом зале есть люди. Kas ar jums ir saņēmuši daudz, daudz dažādas pravietojumus. Которые через вас получили пророчество. Он, это реально, стада. И это реально работает. Он, это дзиединашанс. Есть исцеление. Но у нас какая-то нота от практики, мы так это так перекстим, так мы У нас такой практики нету, что как бы еще, что он, это записать это и свидетельствовать. Это будет та, ну, дросмейк потаишка, мы сюзаются нас и мацит Алексея Вовенеш шогат. И я смело скажу, что мы еще раз хотим пастора Алексея пригласить в этом году. Но тогда будет иное служение. Потому что у людей жизни реально менялись. Они от чего-то другого отказались, чтобы прийти в это. Это, я думаю, мы все получили это слово для всех. Он вот так это вот так таду циту далю, как так будто такая рябсвейком далю, вакадам. И сейчас хочу начать следующую часть, это как часть поздравлений. Он то гривай сакт Милана, кур Милана. Это хотела Милана начинать. Это два под сам кац. И потом Милана еще кто-то. Милана, я. Милана ир мусу цемень. Это наш гость, Милана.
Добрый день. Labdien. Мне выпала честь начать блок поздравлений. Man bija tas gods uzsākt šo bloku, kas ir apsveikšanas bloks. И для меня это большая честь и радость. Un priekš viņas ir ļoti liels prieks un Потому что эта церковь и пастор Инес. Jo šī draudze un mācītāja Inese. Вы занимаете такое конкретное место в моём сердце. Jums ir tāda konkrēta un īsta vieta mīs sirdī. Я люблю вашу церковь. Viņu mīlu, jūsu draudzi. И люблю вас. Un jūs visus. Где-то в какой-то степени даже как маму. Он какая-то даля, ари так маму. И это очень ценное отношение, которое есть. Он сейчас отец из лёд вертикс. И также спасибо пастору Алексею. Там ари палдес мацитаем Алексеем. Потому что на заре моей христианской молодости, можно так сказать. Вот так когда меня и сака шей кристиетибс явни. Я слушала много кассет. Мин клаусиас дауц Алексей кассет. В то время, когда мои родители не пускали меня в церковь, я слушала по ночам эти кассеты. Он так когда не сваца огнелает, винь сюз драуди. Друзья подгоняли. Но драуген давой кассет, он так спрашивал клаусиас. Бессонные ночи. Он поводы дауц без мег накт. И потом я с квадратными глазами шла в школу. Так без ковень дай вас квадрат твоей дати. Но зато с полным духом. Бето ты гарс бей пепилдит. Поэтому я не в новом поколении, но частичка очень сильна в моём сердце. Bet viņa nav it kā no jaunās paudzes, bet toties jaunai paudzei ir daļa no viņas sirds. Jā, draugs viņai. Šīs ģimenes draugs viņai. Я спою пару песен. Un viņa nodziedās pāris dziesmas. Там готово вас всё, ребята. Puišiem viss gatavs? Всё отлично. Первая песня называется «Ты нужен мне». Pirmā dziesma sauksies «Tu esi vajadzīgs man». Она родилась в трудные времена жизни. Tā dziesma radās tad, kad bija grūti laiki. Я взывала к Богу и наступало лето. Viņa sauca uz Dievu un tad lieta Господня благоприятная. Tā kunga vasara, labvēlīgā vasara. Потому что всегда, когда мы взываем к нему. Jo vienmēr, kad mēs saucam uz viņu. Бог отвечает. Dievs atbild. Бог близко. Un Dievs ir tuvu. К тем, кто ищет его, тем, кто жаждет его. Tiem, kas viņu meklē, tie, kas slāvst pēc viņu. Ты нужен мне. Tu man esi vajadzīgs. Штормится мне не душу, тогда кричу, Господь, ты нужен, когда сбежать от тебя пытаюсь, я все равно в тебе Кричу сильней, Господь, нуждаюсь, когда нет сил терпеть и ждать. Ты нужен мне, кричу опять. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Когда я в жизни разбиваюсь, все больше я в тебе нуждаюсь, тебя средь бури прославляю, в твоем присутствии оживаю. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Моей душе
любви твоей вливаюсь, лишь только там от бури спасаюсь. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Ты нужен мне, ты свет во тьме, ты жизнь в душе, ты нужен мне. Нужен мне, ты свет во тьме, ты нужен мне. Ты жизнь в душе, ты нужен мне, ты нужен мне. Я желаю вам находить Господа в трудные времена, когда так тяжело. Grūtajos laikos, tad, kad ir и также sarežģīti. Благоприятные времена. Un tāpat arī labos laikos. Не расслабляться. Nepalieciet slāpeni. Находить Господа. Bet atrodiet to kungu. Не забывайте о нём. Neaizmirstiet par viņu. Потому что, ну, бывает, мы расслабляемся, когда всё хорошо вокруг нас. И так, как мы слабы, тогда мы кļūstam tādi slābani. И следующая песня. Nākamā dziesma. Одна из моего проекта, которым я занимаюсь в последнее время. Jaunā projekta, ar kuru viņi nodarbojās pēdējā laikā. И те, кто в теме, те уже ожидают от меня песни из этого проекта. Un tie, kas ir dzirdējuši šīs dziesmas no šī projekta. Эта песня колыбельная. Tās ir šūpļu dziesmas. Но для взрослых. Bet tās ir domātas pieaugušajiem. Потому что это в первую очередь послание от небесного Отца. Jo pirmām kārtām tas ir sūtījums no debesu Tēva. К нам, его детям. Mums, viņa bērniem. Воспринимайте эту песню на свой счёт. Пеньмеет чего дзесму, как думать сел. Как будто бы это вы ребёнок, и вы на руках у папы. Так, jūs būtu bērni, un jūs būtu tēvu rokās. Даже если вам за 40. Neskatoties to, jums pat ir pēc vairāk par 40 gadu, varbūt vairāk par 60, varbūt vairāk par 50 gadiem. Nu, čem больше цифра на этой земле. Jo cik lielāks ir gadu skaits uz šīs zemes. Тем нужнее представлять себе, что всё-таки я ребёнок Божий. Там, jo vairāk tev vajag iedomāties, ka tu esi Dieva bērns. И тогда он будет для вас всем. Un tad viņš būs viss priekš jums. Песня называется «Я научу тебя любить Иисуса». Dziesma saucas «Iemācīšu tev mīlēt Jēzu». Со мной, цветочек мой родной, я научу тебя любить Иисуса. Мы за руку с тобой пойдем дорогой той, что нас ведет к Царю добра. Иисусу, хочу я быть рекою, где Его любовь течет, в Его руках свечою, что людям свет дает, и твоему сердечку Его любовь дарить, дарить. Любовь, что познаем мы в объятиях Его. Что дать тебе смогу, чем могу тебе помочь? Богатства земные не спасут. Если в сердце нет Иисуса и Его любви святой,
остальное все лишь звон пустой. Пока ты здесь со мной, цветочек мой родной, я научу тебя любить. Иисуса, мы за руку с тобой пойдем дорогой той, что нас ведет к Царю добра. Иисусу, тебя я научу, как по жизни с Ним идти. Слова мои ты не забудь, и Спаситель наш наполнит каждый сердце уголок любовью, что преображает жизнь. Пока ты здесь со мной, цветочек мой родной, я научу тебя любить. Иисуса, мы за руку с тобой пойдем дорогой той, что нас ведет к Царю добра. Иисусу, хочу я быть рекою, где Его любовь течет. Во руках свечою, что людям свет дает, и твоему сердечку его любовь дарит, дарит, дарит. Ту любовь, что познаем мы в объятиях Его. Действительно пожелать, Юль, не отходи далеко. Es patiešām gribu novēlēt, чтобы вы были в объятиях любви. Lai jūs būtu mīlestības apskāvienos. И чтобы люди, которые еще вне Царства Божьего, un tie cilvēki, kas vēl nav debesu valstībā, чтобы это чувствовали, знали, видели, lai viņi to sajūst, redzētu, всеми возможными способами. Visādos veidos. И один из способов, который вот он дал, un viens no tiem veidiem, ko viņš ir devis, это творчество. Tā ir radošums. И я молюсь о том, чтобы ваша церковь она все больше, больше, больше была. Un es lūdzu, lai jūs draudzētas būtu в разных направлениях, dažādos virzienos. Поэтому я хочу сделать свой вклад в световое оборудование для церкви. Tāpēc viņi grib ieguldījumu sniegt draudzes aparatūrā. Я думаю, что в следующий раз, когда я приеду, световая аппаратура уже будет в полном комплекте. Когда меня драуз, тогда ты будешь вел лабак аппаратуру. Люблю вас, очень ценю. Я тебя милу. Я думаю, я не последний раз здесь. Он думает, что не последний раз здесь. Спасибо. Paldies. Ну так. Mēs tad no Ventspils draudzes vārdā un kuldīznieku, kas arī ir cilvēki, mēs arī vēlamies apsveikt. Мы тоже хотим поздравить
Это Венспилс и от Кулдыги. И пастор говорит, что красота изнутри. Ну, женщинам нравится, что красота есть и снаружи. Я думаю, что мужчинам тоже нравится. И ты наша, ну, любимая и мама, и пастор. И всех обычно ободряешь, говоришь, ты самый лучший, у тебя все получится. И поэтому в этот день мы хотим сказать спасибо за ободрение, спасибо за эти слова, спасибо за молитвы, за то, что, ну, несмотря на разные обстоятельства, не сдаешься, ты держишь это слово, которое Бог дал перед собой, и мы тоже хотим сказать, ты самая лучшая. Патрик Зависток, оба, то есть Патлавака. Он, дети тоже называют Мацита Инесе. Tātad, no viss mūsu Ventspils un Kuldīgas ģimenes, tā kā mīļu sveicienu tev šajos svētkos. Paldies! Tā. Šī brīnišķīga diena. Šie tiešām ir svētki draudzei. Paldies mācītājiem par brīnišķīgu vārdu, un taisnēs laikam es trāpījis. Jā, prēmā, papal. Ar dāvanām. S padarkami. Pirmais. Jā, pirmā. Jūs teicāt, ka mums vajag skatīties. Šo nav nādā smatrēt. Uz to, kas ir no augšas. To, što sverhu, nebiesnē. Un augšs ir debes tēva roka. Es nieba jēst rukā atsā nebiesnē. Kas mūs tur. Katorai nas dieržit. Tas ir pirmais, ko es tev vēlos, lai tev stāv acis priekšā, un tu zini. Это хочу, чтобы это было перед твоими глазами и чтобы ты знала, что Бог тебя держит. Un tas nav viss. Это не все. Atceries telti, pēdējo notikumu, kur mēs darbojāmies, ja? Ai, вспомню по палатку, где мы последние. Un Jurijs Adas, viņš pravietoja par Latviju un pravietoja par Ventspili. Он пророчествовал о Латвии и пророчествовал о Венспилсе. Un šodien stēmbija. И сегодняшняя тема. Labāk pravietot. Лучше пророчествовать. Skatīties uz to, ko Dievs ir teicis. И лучше смотреть на то, что Бог говорит. Un tāpēc es arī uztaisīju. И поэтому я сделал. Tev ir, kur skatīties. Чтобы тебе было, где смотреть. Un atceries to, ko Dievs ir sacījis, tas piepildīsies. И чтобы вспомнить, что Бог говорил, что это исполнится. Šeit būs trīs. Tad būtu trī. Ir divi pravietojumi, viņi ir latviešu valodā un krievu valodā. Dva pravietojumi na ruskam un na latviešu. To, kas ir Latvijai krievu valodā, to es iedošu Aleksejam. Ar tavu atļauju. Ja? To, što na ruskam jēzikē Aleksejam. Skaties un zini, ko Dievs ir teicis. Smatrī, znaju, što Bog gavaril. Tad vēl. Išo. Man vienmēr patīk kaut kas dzīves. Ja nrājās, što ta živoja. Un ir tīpaši vēl, kas augļas nēs. Išo особенно, što prinosit plody. Tāpēc, lai šis tev acis priekšā, pusti te būtu pirī tajiem rūpējies, zaboķis aņem, lai tas tev nes gatavs augļas. Pusti te prinosit plody. Un es vēlos tev apsveikt ar rakstiet no Jesajas 53. Nodaļas. Ja haču pazdravīt. 10. Panta. Jesaja 53. Glava 10. Tur ir kolosāli novēlējumi tavai jubilējā. Tam jēst kolosāli pažēlāņi vētā jubilējā. Kad viņš nodos savu dvēseli par salīdzinājumu upuri, viņš redzēs izaugam jaunu dzimumu un dzīvos ilgi. Šeit ir trīs novēlējumi. Zdies trī pažēlāņi. Tu jau nodod savu dvēseli, lai kalpotu cilvēkiem ap sevi. Ты отдаёшь свою душу, чтобы служить людям вокруг Turpini себя. То darīt. Продолжай это делать. Tad tu redzēsi. Тогда ты увидишь. Un es saku tavs novēlējums tev skaties, kā izaug jaunais dzimums. И я пожелаю, чтобы ты Kā izaug jaunā paudze tavā priekšā. Поколение перед твоими глазами. Un trešais novēlējums. И третье пожелание. Dzīvo ilgi. Живи долго. Amen. Amen. Un nobeigums ir ar apsolījumu šai pašā pantā. Un tā kunga gribas piepildīšana svētīgi sekmēsies ar viņa rokas darba palīdzību. I isполнение Božie roboti būtu isполняться с помощью Un tas te vēl personīgi no Lienas Rozentāls. Это лично от Лены Розентал. Un
Un kas vēl ir? Nu, es nezināju, kur man likt to visu, es atstāju skatos. Un vēl atnes to kastu. Tā būs to vēl praktiska, neliela, bet praktiska lieta, kas tev nodarīs šeit. Nebaļšo, no praktiķiski. Lai Dievs tev svētī. Jāšik. Paldies, ka tu esi. Kas nākamais? Дорогая Инесса, дорогая церковь, мое Draudze. Сердце во Христе начинало гореть в этих стенах. Un я помню тот вечер, когда мы зашли в этот зал, сенас. Здесь не было света. Šeit nebija, мы зашли, gaismas. Освещали все здесь телефонами. Mēs ar висела кругом паутина, были bija, какие-то метла, bija, и была настоящая bija, чертовщина. А сейчас здесь Дух Святой живет. Слава Богу! Слава Dievam! Не очень хочется... прочитать для вас всех. Дорогая церковь, вы с радостью идете к Господу, с надеждой и любовью, помня, Он Спаситель. И знаете, с Ним можно все преодолеть, ведь все мы в Боге протестанты, значит, мы воители. В тиши мы слушаемся Дух Святой, и в грудь восходит к нам небесная музыка. Он тихо говорит нам, Дух Святой, на только нам, понятным с Ним, языках. Господь, от смерти жизнь нас всех храни, и открывай глаза душе пытливой, чтоб отступал лукавый от всех нас, как море отступает час отлива, чтоб слышать все могли мы, что в наших жилах кровь звенит, как им дарованное слово, то самое Твоей к нам всем любви и сущего всего первооснова. И всем желаю вам не разумом, а сердцем, не сетуя на жизни быстротечность, с Парнаса виден ближний окоем, с Голгофы распахнулась бесконечность. Mēs iepazinās, ka tā telta bija, ja? Nu, pa Latgabalē tas saka. Mēs pazinākomies pa Latgabalē. Nu, priesprietnai, nu, kā var teikt, Ventspilē un pirmo reizi, kā var teikt, mācītājs. Man tas ļoti pārsteigts, no sākuma es nedomāju, ka viņi vispār ir mācītāji. Es domāju, nedomā, ka viņi darbdevēji, ja kas tā. Što nā, kā kāda rabata dacīja. Nu, es novēlu vēl 50 un vēl 50 gads, kā var teikt. Jā, pažalēju, šo 50 ir šo 50, jā. Veselīgi. Es māku darbus dot, Mirdziņ, es māku, māku. Viss, kas man tiekas, visiem dot darbus. Visiem rabotu dai. Tu māsiņa zini, mēs iepazināmies īpašos apstākļos, tu esi īpaši, tava draudze ir īpaša, dāvs īpaši, slavu tev par visu, Dievam par visu pirms, protams. Tas kungs ir mūsu labais gan, sekosim viņam, bet 5 gadiņi vēl ir mās, un tu esi maz, maz rociņa un maz rozītas. Cik jau, ka Dievs vieno, nu, savu tautu, vai ne? Šī māsa no Talsiem, no katoļa draudzes. Sestra iz Talsinskai cerkvi, iz Katoļiķiskai cerkvi. Spasība, što Bog abīdināja tak. Ja? Paldies, paldies jums par visu. Paldies. Paldies visiem. Visiem, kas atnāca, visiem, visiem liels paldies. Spasība visiem, kto prišli. Большое, огромное спасибо. Он неет из рейс проям. Пожалуйста, сразу не уходите. Ты вадзет будет какая там ценностиня? Там должно быть какое-то угощение. Мы сметаем, но айсберг, потому что висим, ты с сладким, как ценностинь шведзикс, я? Я? Благодарю всем еще раз.